Привет, тебя там 15.13, 23 февраля. Ребята, всех мужчин, всех каким-то образом относящихся к этому празднику поздравляю. Надеюсь, что как-то это все обойдет стороной и нам не придется там никого там защищать там с оружием в руках, как это... Парадоксально, да? Короче, на самом деле немножко омраченный, да, такой праздник этими событиями всеми. Но я верю, что все наладится. Так, всех с праздником. Значит, сегодня сборка у нас... Какого плана? У нас сборка, опять же, такая классическая, по сути. Нет, может, мой процессор лежит. Здесь единственное, что, ну, такое отличие, с 3060 Ti все-таки меня уговорил мой клиент, мой заказчик, уговорил поставить чуть более мощную видеокарту. Они классные, но, опять же, риск вот этой вот Хайнекса, он меня терзает. Ну, тут, ладно, посмотрим, что будет. Значит, так, материнская плата B660M Pro RS. У нас в Беларуси она стоит $140. Отличная цена. В России я знаю, что она не намного дешевле, чем, например, какой-нибудь MSI Pro MA какой-нибудь, да. В этом случае, конечно, лучше берите MSI, ну, Pro MSI B660 MA или A, или Bazooka и так далее. Потому что там VRM чуть получше. Здесь 8 фаз питания, ну, 8 фаз на питание процессора. Неплохие, в принципе, DDR-MOS-ы. У нас вот этот, вот эта материнская плата, она, в принципе, вывозит даже 12700F, но не сказать, что будет здесь уже там по-другому. А, ну, кстати, да, здесь DDR6X, да-да-да. Ну, посмотрим как раз. Ну, тогда я вот, я на самом деле уже, у меня смешались кони-люди. Кстати, да, здесь DDR6X память, так что здесь, в принципе, вот эти проблемы должны... обойти нас стороной, значит, ну, потенциальные, да, проблемы вот эти с этими, да, с Хайниксом. Дальше, что у нас дальше? 12400F процессор, на сегодняшний день у нас ценник тоже на них снижается в долларовом эквиваленте, но проблема в том, что курс растет, соответственно, в рублях как-то это все плюс-минус нивелируется, да, вот это вот падение в долларовом эквиваленте. Не скажу, что это падение, это просто снижение цен. Значит, 12400F хороший проц, даже на фоне того, что там 13400 вышел, 13500 вышел, а пока 13400 и 13500 довольно дорогие модельки, и, ну, по сравнению с 13400 я бы, наверное, предпочел взять за эти деньги 12600K. Он не примерно столько же и стоит. Кулер SE214XT. У нас здесь немножко была такая, ну, как бы чуть-чуть мы сэкономили, чтобы у нас поставить все-таки 3060 Ti. Ну, я сейчас расскажу. То есть SE214XT, выше крыши, здесь 4 тепловых трубки, прямой контакт, хорошая полировка оснований, 120-ка вентилятора. Здесь подсветка у нас не регулируется. Вот такая рандомная. То же самое с нерегулируемой подсветкой у нас и корпус. То есть у нас будет вот такой вот RGB всегда светить. Дальше. Потом, ну, кулер все равно достойный для этого процессора, для Ryzen'ов там 5600X, там 3600, 5600, ну и вот такого плана, вот без проблем. Вот этот кулер можно ставить. SSD-накопитель у нас, ой, не SSD, у нас две планки по 8 гигабайт, 3200, CL16, T-Force Vulkan. Team Group, ну, тоже такая, хороший такой, нормальный вариант, да, то есть я не знаю, правда, кстати, я не особо таких не гнал, но у нас задача просто в XMP. Дальше. SSD-накопитель на 1 терабайт, Apacer один из самых таких недорогих SSD-накопителей, здесь контроллер и на грид, значит, заявлена TLC память, значит, ну, ценник хороший. Ценник, скорости адекватные, ну, за данный прайс. Стоит вот этот SSD-шник $72 за терабайтник. Это лучше, чем какие-то варианты от Nitaka примерно за те же самые деньги. Дальше. Что еще я забыл?
ну, Пике 600D, обычный стандартный бронзовик. Не, ну, это такой средний блок питания, которого для данной сборки выше крыши у нас. Эта видеокарта потребляет где-то в районе 200 ватт. Процессор у нас, и даже если все поднять, значит, если все поднять лимиты, то у нас там 100 ватт будет потреблять, это если так уже все, да, в слюне. Соответственно, у нас тут нагрузка, ну, скажем так, на все остальные комплектующие еще там накидываем 100 ватт, то есть реально здесь у нас будет потребление в самом-самом таком пике 400-450 ватт. Дальше потом, что еще, ну и корпус у нас остается, корпус у нас Trilobite, T3, у нас здесь, сколько у нас тут вентиляторов, я уже забыл, три вентилятора спереди, одна 120-ка сзади, довольно тихие, кстати, вентиляторы, ну я сейчас, когда его распакую, вам покажу тогда. Там пылевой фильтр спереди, такой довольно добротный, именно он такой снимается хорошо, и он такой нейлоновый, то есть он более такой качественный по продуву и более мелкое зерно у него. Ну и сам по себе корпус за свои деньги тоже неплох. На петлях у него, значит, стекло, ну, короче, нормальный кейс за свои деньги. Значит, так, что еще я вам сказал? А, ну и память у нас 3060 Ti на GDDR6X. Заодно вот сейчас как тоже посмотрю, когда буду тестировать, посмотрим, что там вообще какие, что по температурам и что и как, да? Так что, доминатор, вот, вот, GDDR6X. Я на самом деле даже, ладно, вначале тоже немножко лопухнулся. Ну, точнее, я почему-то думал, что здесь не GDDR6X, а здесь как раз GDDR6X, так что good. Так, значит так, ребята, всем привет. Значит, меня зовут Виктор, кто первый раз на стриме, значит, заходите, ставьте лайк. Я приседаю за лайки или там делаю какие-то там жимы, отжимания, там все такое. Я худею, правда, вот эта прошлая неделя у меня такая не сильно эффективная по... В плане похудания получилось, но ничего, 85 килограмм к до лета точно сделаю. Значит, стоит ли переплачивать за GDDR6X память? Ну так у нас, сейчас скажу, сколько она стоит. Этот Gaming X $560 стоит. Ну типа какой-нибудь вариант, например, у меня 3070 Gaming Pro. 3070 Gaming Pro стоит $645. И то это в моей сборке. Если в розницу, она, наверное, стоит дороже. Ну, так что... Ну, $100. Разница. Евгений Кивотов, привет. Всем привет, ребята. Всем привет, кто... Cougar BXM нравится, баланс, качество. Вроде неплохо. Скажите, пожалуйста, трубки СЖО, если спереди ставить, должны быть сверху или снизу? Вчера я не оставил в записи. Я как раз разбирал вот этот вот. Кто был вчера на стриме? Я там разбирал как раз этот ролик от Дани Герасимова по поводу того, где там должна быть вода. Если у тебя получается расположить таким образом, чтобы у тебя и помпа была ниже верхней части радиатора, и шланги, чтобы были снизу, то размещай. Как по мне, если игровой компьютер, то я бы рекомендовал бы вообще размещать все это дело просто наверх, наверху. Мутка в тапках. Привет, привет, ребят. Подскажите, какую мать плюс прос поставить к видюхе 1660 супер от Полит? Если мы говорим про игры, то даже 12100 будет таким хорошим запасом. Даже 12100 будет с хорошим запасом, так что 12100, ну и там 5500, это если мы говорим про дешевые какие-то варианты. Даже на самом деле 10100, 10105 будет нормально, но я все-таки уже за 12-е поколение, за какие-то такие более свежие процы. Ну вот, я все-таки за это топлю. Все-таки там не такая серьезная уже экономия. Вот, так что...
имейте это в виду, да? Так, дальше, что еще? Утка в тапках, спасибо за подписку. Ник подписался, Константин Маркиев подписался. Так, Лорд Бесогон, привет. Переплачивать за DDR6 память? Ну, смотря сколько переплачивать. Если, знаете, вот получается DDR6X память, она как бы... Ну, она, видите, она тоже сама по себе чуть дороже. Ой, чуть горячее. Но она... Ну, во всяком случае, как бы вроде как лишена пока вот этими, этих проблем Хайникса, которого так боялись. Ну, я даже на самом деле боялся. Алексей Медведь, привет. Разве сверху не сильно греется радиатор? У меня есть... Давай я сейчас тебе лучше... Знаешь что? Чтобы я тут сейчас сильно не разгонялся. Есть вот такие команды. Команды. И я сейчас тебе скину команду. Называется Водянка. Там есть ролик у меня на канале. Он такой относительно недавно выпущен. Там я рассказал про вот мое видение вот этой ситуации. Где там что находится, где радиатор стоит. По поводу того, где находится уже непосредственно шланги, где, ну, где размещать шланги. По опыту получается так, что если ты все-таки спереди ставишь радиатор, то если у тебя нормальная видеокарта какая-то, то у тебя просто банально шланги могут не дотянуться нормально. Поэтому вот эти вот все разговоры после того, как этот геймер с Nexus это все выпустил, они начались, но они как-то вот к реалиям так почти... очень часто как-то не к реалиям не относится настоящим, да, потому что ты просто банально из-за того, что расположена видеокарта вот в этой части, да, у тебя просто шланги тупо не дотянутся. Или это будет как-то в натяг, и ты в итоге, наоборот, еще можешь еще хуже сделать, если у тебя будут эти, если у тебя фитинги будут где-то под напряжением, где-то под каким-то углом, еще в натяг расположены. Так что тут лучше не навредить. Всех с праздником, Наташа. Приветствую тебя. Всех твоих мужчин поздравляю с праздником. Видеокарта на DDR6X, интересно посмотреть. Да, вот тоже мне глянуть интересно. Так, ребята, смотрите, если вы хотите, чтобы я так вопрос не пропустил, вы можете через собачка 4PC buy. Там вот иногда спамит вот этот Nightbot, спамит такие носки. Носки, трусы. Так, не забывайте снимать вот эту наклейку. А то я, у меня даже ролики есть по поводу того, что как люди просто накидывают. То есть тогда толку от этого радиатора нету, если вы не снимаете эту наклейку. Теплопроводность снижается. Носков нету и трусов нету пока. Я еще, короче, ролик про носки и про трусы еще пока не делал, поэтому потерпи, скоро все будет. Мистер Дружок. Проще купить 5600X, да, 4.6 в прике разогнать, будет тот же 5600X. Да, 5600 и 5600X близкие по производительности процессоры. Если ты можешь физически залезть в BIOS, там немножко потыкать кнопки, готов и знаешь как, то можно из 5600 легко сделать 5600X. Такой глупый вопрос. Как сзади на корпусе штучку у видюхи прикрутить к корпусу? Сзади на корпусе штучку у видюхи прикрутить к корпусу. Должны быть винты специальные. Там, если у тебя как-то под натягом она... Можешь посмотреть, ты, когда видеокарту вставляешь, она может чуть-чуть вот так вот вверх-вниз, ну вот как, да, то есть чуть-чуть вот она может двигаться. Если у тебя как-то не получается
совместить вот эти вот надписи, вот не прорези такие, да, с этим, с отверстием, куда прикручивают, то чуть-чуть можешь вот где-то чуть-чуть приподнять, пропустить. Ну, то есть она так немножко ходит туда-назад. Не беспокойся, это все вот так, у всех так работает. А так, если, ребята, если есть сложности с какой-то там установкой, то пишите в Telegram-чат. ТГ. У меня, походу, карта жирная, она не влазит. А какой корпус, какая видеокарта, какая длина? Иногда, если ты не можешь ставить саму, то есть она не влазит физически в твой корпус, ну тогда да, тогда ну, ты, наверное, лопухнулся с выбором. Или иногда бывает, например, такие довольно, ну, такие неглубокие корпуса, и если стоят, например, там вентиляторы, то можно сначала достать вентиляторы или их там чуть-чуть открутить, чуть-чуть сдвинуть, вставить, ну, так вот, чтобы место, да, пространство для того, чтобы вставить было. И иногда там тоже вот в таких узких, ну, неглубоких корпусах иногда получается так, что кулер надо будет сначала снять, а потом болтик вставляет, на болтик вставляется в 3 лобайт. Ну, я сейчас буду вставлять, я сейчас покажу, ты побудь чуть-чуть попозже, ответим. Ребята, не забывайте поставить лайки, если у вас есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь, всех с праздником поздравляю. В России я знаю, что сейчас выходные, у нас работа. Я в Беларуси нахожусь, в Минске. Если вам надо, чтобы хотите заказать компьютер в Беларуси, welcome ко мне. Сайт 4PC.by, так же, как и канал называется, только без смайлика. И можете, ну или пишите вот контакты, я сейчас напишу. Сейчас. Также я могу собрать... Цены у меня хорошие, вы можете внизу в описании к стриму посмотреть на комплектацию, посмотреть, сколько это все стоит, и соотнести в мою стоимость, там, ну, не знаю, с какими-то ценами, не знаю, там, минимальные онлайнеры и тому подобное. Все это собираем мы. Есть шанс, что ваша конкретно сборка попадет на стрим. Вот эта конкретно сборка, это тоже сборка для моего заказчика, для моего клиента. Как красивее звучит, заказчик или клиент? Расскажите. А? Как красивее звучит. Праздник Дед Советской Армии. Ну, типа того, тут, конечно, на фоне вот этих всего, что происходит, конечно, это все так помрачается. Я-то вообще 15 лет в армии прослужил, так что как бы вроде как профессиональный праздник, но, конечно, такие... Клиент лучше? Клиент, конечно. Ну, мне тоже как-то клиент. Я просто вчера или позавчера кто-то говорит, ну, что-то клиент как-то так звучит. Лучше заказчик. Ну, по-моему, в принципе, и тот вариант вполне себе внятный. Все равно понятно, что это Владимир Горбатов говорит стример. Так, когда будут сборки на 13400F? Когда они будут целесообразны? Ребята, я собираю компьютеры не просто так, да, то есть там типа абы собрать. Я собираю компьютеры, и они должны быть, в моем понимании, они должны максимально как-то соответствовать своей, ну, какой-то своей цене, производительность, да, то есть именно чтобы соотношение было такое, цена-производительность оптимальная. Особенно если это касается вот каких-то сборок такого вот уровня. Ну, когда это недорогие сборки, когда у нас там не то, что там, знаете, бабла там немерено давать, или там, когда клиент вот там хочет, там, я хочу там конкретно какие-то хотелки озвучивает, когда там мы осознанно, например, там переплачиваем за какие-то бренды, за какой-то этот вот, за какой-то, значит, ну, за что-то там, да, такое там еще, ну, за какие-то там вентиляторы, там, за подсветку, за корпус и тому подобное. Лет обученный человек, и кто-то там, вот видите, все равно же вот вылазят же такие вот товарищи, да, кто-то там что-то должен куда-то. Ребята, никто никому не должен. Я в Беларуси нахожусь, хорошо,
Вы там сами разбирайтесь в этих делах, кто там пацаны, не пацаны. Я высказался по поводу того, можете отмотать, где-то поискать в сообществе, что я думаю по этому поводу, потому что здесь происходит. Если вы здоровый человек, то вы должны тоже осознавать, что происходит какая-то хренотень. Так. Пацаны там. А ты где? Расскажи мне. А? Ты где, скажи тогда? Если ты тут так радеешь. Затинил. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, самый шустрый топчик SSD за 500 гигов. Самый шустрый топчик SSD. Сейчас скажу вам. Самый шустрый топчик. Так, здесь надо в среднее положение. По идее. Блин. Значит, 980 Pro хороший, толковый вариант. Единственное, что надо тоже прошивать сейчас, обязательно обновлять эту систему, ставить Magicon, Samsung Magicon. Это вот, там принято говорить заказчик. Magicon там, ну, есть программа Magicon, Samsung Magicon называется. И обновлять прошивку этих вещей. Сегодня клиенту прокачал мать Z790 на 1150. Поставил ему 4790K и RX 5800. Засранец игры тянет новые. Все обошлось 300 евро. Ты поставил видюху плюс 16 гигов, плюс вот этот камень. Так, мы берем, смотрите, когда вы ставите сюда этот радиатор, мы берем вот такие вот стойки ребристые. Они, там должна быть даже надпись на 1700, но это не всегда. Нет, ребристые, короче, берем, это под 1700 сокет. Если такие гладенькие, то они чуть-чуть, видите, чуть-чуть выше. Они чуть-чуть выше. Сам процессор этот 1700 сокете, там у него крышка чуть-чуть ниже. Соответственно, стойки нам надо пониже, чтобы у нас нормально был прижим. Обращаю на это внимание. Кстати, были ситуации, когда именно вот такие, связанные с этим, с этим делом, что люди неправильно взяли, ну, неправильную стойку, и прижима не было достаточно. Купил тут на днях LS520. Вроде все норм, поставил, настроил, как будто периодически свистят вертушки. Они же должны по PWM управляться. Да, по PWM управляться, свистят вертушки. Попробуй их настроить чуть-чуть, чтобы ниже было. И у тебя еще надо, ну, чтобы ниже частоты были, скорость вращения. И еще, знаешь что, посмотри еще, возможно, свист еще помпы ты чувствуешь. Помпу чуть-чуть подснизь, где-то 2700-2800 оборотов, она тогда звучит нормально. Ну, то есть ее тогда особо не слышно. А так вообще, по эффективности она такая достойная. Вода. Ну, 5580, в принципе, пойдет еще видюха. Ну и 4790K что-то, ну, чуть-чуть слабее, чем какой-нибудь 10100. Ну, пойдет. Типа 6 ядер. Ой, точнее, 4 ядра. 4 ядра. 8 потоков. Так, ребята, давайте, кто отдыхает уже, кто сегодня не ходил на работу, напишите плюс в чат. Кто еще на работе, пишите. Пишите грустный смайлик. Почему мои сообщения не видны? Видны, я же вижу. Если ты ссылки кидаешь, тогда да, могут быть не видны. Ссылки могут только модераторам.
Да, в РФ вообще, да, я так понимаю, что вы до понедельника отдыхаете, да? Клиенту повезло, брали БУшку для него. А, ну я понял. Ну, БУшку. Видите, ну у тебя получается, ты там как в начале пути, я так понимаю, у тебя там... Тебе надо нарабатывать клиента, тебе самое главное вот именно сейчас... Ты в новом, на новом месте работаешь. Соответственно, тебе надо сейчас как-то максимально лояльно клиенту, максимально как-то вот все там делать, чтобы тебя начинали там рекомендовать и так далее. Ну, я всегда рекомендую, не только прямо сейчас, но это особенно важно, когда ты только начинаешь бизнес, чтобы... Ну, короче, суть такая, что важнее всего это, чтобы ты старался не заработать деньги, а именно старался помочь клиенту, то есть решить его проблему. И тогда потихоньку эти деньги будут приходить. Понимаете? У обычных людей один выходной или нету? Три выходных только у депутатов и государственников. Что-то мало праздничек. Да, кстати, что-то маловато праздничек. Может, уже напраздновались, что сил нету даже до этого, да, добраться до того, чтобы плюсик поставить. Термуху клиентам мажу. Я покупаю термопасту. Эту, где тут она моя? У меня MX4, я такой вот, такие 20-граммовые. Беру шприцы. Ну и точно как бы доволен. Точно уверен, что все нормально будет. Бывает еще что? Если, понятное дело, что если какие-то топовые процы, или если топовый охлад, то скорее всего там тоже топовая термопаста. То есть если Noctua какую-нибудь ставлю, тогда соответственно Noctua ставлю. И я сейчас вот тоже на 13-е поколение, ну на такие горячие процы, когда там... То есть уже буду уже MX6 уже мазать. Под 12400 они холодные, поэтому я там не вижу смысла там. Noctua хорошая паста для видеокарты или что-то лучше есть? Noctua NH, точнее NTH2, хорошая термопаста. Можно ее на видях вымазать. Так, что я делаю? Я тут уже схватился за термопасту. Так, значит, что мы тут сделали? Значит, память, второй, четвертый слот, SSD-накопитель под радиатор повесили. Это линия PCI-Express 4.0. Значит, процессор установили крепление на вот этот кулер. Я сначала устанавливаю крепление, потом ставлю все это дело в корпус, потом в конце уже креплю сам радиатор. Значит, и уже вентилятор. Так, вот с этими кулеросами так удобнее. H2 бесплатно, H2 бессмысленно. Ну, я говорю, что если она идет в комплекте, да, так покупать довольно дорого. Ну, если прям очень хочется, тогда, ну, почему нет? Давайте, знаете что? Да, давайте мы сейчас сделаем тогда отжимание. Анжумание. Быстренько сделаем анжумание и потом посмотрим на корпус. Будем собирать уже. Так, мы... Сколько там лайков, ребята? 69. Ну, и буду потихонечку... добивать. Давайте 20 отжиманий, потом приседания. Так, я тут что-то... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. О, хорошо, так. Надо сейчас сразу же калькулятор тут открывать. Так что наваливайте лайкосы. Сколько лет? 43 года мне. Так, значит, поехали дальше. Праздником, да, всех ребята с праздником.
Где хранить термопасту? А то комп собрал, паста осталась, теперь лет 10 не нужна будет. Как там? В холодильнике рядышком с лекарствами, да? Как там это родители наши все время делали. Так, значит, давайте мы тогда. У нас тут сколько? Так, раз, два, три, четыре. Так, раз, задний процессор, два, три, четыре. У нас все тут достаточно хорошо. Это просто копия моего друга. Мы заслужили право называться защитником Отечества. Тех, кто купил военник, мы поздравляем с 8 марта, уважение. Я не вижу такого, знаете, смысла. Там что-то, кто-то не служил, там хейтит и так далее. Ну, я сам служил, но, в принципе, я довольно легко отношусь к тем, кто не служил, кто служил. Ребята, у каждого свои какие-то приоритеты, свои цели, поэтому там обижаться на кого-то, что он не служил, господи. Как по мне, это такая, как-то, такой уже. Ну, не служил, ну и что? Что с этого? Так. Как по мне, надо все равно, я за то, чтобы была, если уже и было, если уже говорить об этом, поднимать эту тему, то я за профессиональную армию, чтобы люди осознанно шли защищать. Ну, я имею в виду, выбирали профессию. Это будут по-настоящему тогда эффективные какие-то, значит, ну, это будут профессионалы, которые занимаются своим делом долго и целенаправленно, а не так, что там пацанов каких-то набрали, они там маршировали и так далее. Гражданский ты или военный, но с весеном рожден не для... А что ты удалил? Армия, где тебя учат под кровать стелить. Да, ребят, давайте, блин, как-то это все, знаете, вот эти все, сейчас особенно, мы особенно вот сейчас это все так, знаете, у нас эти нервы, все это обострено, ну, все эти вот нюансы такие, да, они обострены, поэтому я не, давайте не будем вот это все уже тут раскачивать. Так, значит, смотрите, кстати, видеокарты. Вот, покупаем, если вы покупаете видеокарту 3060 Ti, ну, вообще, в принципе, от Гигабайта, коробки у них не запечатаны. У них только запечатаны эти... Там пакетик. Да, я не считаю, что там... Там кто-то там что-то обязан, там и так далее. Как по мне, это такой уже... Ну, это слишком уже как-то несовременно, что ли. Служил, не служил, там это какое-то такое. Есть, конечно, опыт вот этот вот армейский, он... Ваня, приветствую. Армейский опыт, он, конечно, на самом деле дает о себе знать. И, в принципе, вот я когда общаюсь, то... Или когда там, например, работник какой-то, да, который там, например, служил, например, то, ну, как-то немножко это все... Вот это еще дисциплинирует, но не скажу, что, ну, типа, все равно, если человек бестолковый, то, ну, как бы, что он служил, что не служил, толку нету. А если человек толковый, то тоже не важно, он служил или не служил, то он... Вот так вот оно выглядит. Если вы его снимаете, то у нас в любом случае, видите, что-то остается. Так что обращаю внимание, если что... Конечно, я не компьютерщик, но люблю ваши видео. Так держать. Спасибо. Спасибо, ребята, всем, кто присоединяется. Всех еще раз с праздником. Он такой, видите, сейчас неоднозначный на фоне этих всех событий. Вот, но давайте все равно будем доброжелательны, без... Без вот этого всего, да? Так, что у нас тут? У нас два питания по 8 пин. Здесь. Это у нас видюха на GDDR6X памяти.
Вот она, да. То есть вот здесь вот она обозначена, что здесь маркировки. Вот GD6X. Память. Смотрите на маркировку. И вот здесь, да, у нас написано GDDR6X. То есть здесь уже не будет. Здесь уже не будет ханиксов. Здесь, по идее, должны быть микроны. Кайфово распечатывать новый ВК, особенно если 49. Так, ребята, напоминаю, что я приседаю, отжимаю за лайки. Давайте мы тогда сейчас еще. Я 20 раз уже 20 отжиманий уже сделал. Потихонечку, по мере того, как я буду тут отжиматься и так далее, я буду тут наливаться и буду такой весь, знаете, буду ходить такой. А к лету вообще не узнаете, да, еще там какой-нибудь кубики пресса, может быть, нарисуется. Если я буду не только приседать и отжиматься, но еще и кушать поменьше. Всякого. Давайте я тогда дыману просто чуть-чуть, да, я пока поверху поработаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так. 15 плюс 15. Так я же уже не первый раз этим занимаюсь. Ты первый раз, наверное, к нас на стриме. Мы тут посмотри, у нас там были по 500 лайков. Вот он, Минский матч. Да, типа того. Так, что-то опять у меня. Сейчас, минуту, начал сыпаться стрим. Сейчас, минуту. Паш, ты обновляешь там? У нас когда, короче, Паша запускает обновление винды, у нас прям все гасится. Так, вроде все я там починил. Обновите, вроде все должно пойти. Сейчас смотрим. Да, все должно нормально. Не, это у меня получается, вот тут Паша, там параллельно еще тоже мы настраиваем еще один комп. И там понятно, что... Так, здесь вот, здесь у нас, видите, на петлях стекло. Сейчас я Пашу там еще напрягу немножко, чтобы он... То есть она снимается. Через Паша, да-да-да. Вот этот Паша. Какова скорость интернета? Тут небольшая, 15 мегабит у меня только. Я тут тоже связываюсь с одним из с провайдером. Связываюсь с провайдером, чтобы он там немножко по-другому сделал. У меня просто не проводной интернет, у меня здесь через 4G. Но привет. Да, ставьте лайк. Так, я уже тут... Я 35 лайков пока отработал. Такой вопрос еще. Заглушки под видеокарту назад вставляются вообще? Или их ножом выдрать? 4 вместо 2. Ну, вставляются заглушки. Если надо, то они вставляют. Смотрите, 4 вертушки. Вертушки идут с таким сквозным, да, получается, с возможностью каскад подключить, следующие вертушки. Вертушки, они какие тут характеристики, сейчас скажу. Есть 12 вольт и все. Сколько они ампер потребляют, не сказано, сколько им нужно ампер. Значит, и что еще? Здесь подсветка фиксированная, она вот именно пропорционально скорости вращения, она может быть ярче и
тускнее. Восстановилось. Так, да, ребята, поддержите, прожмите лайкосы, подпишитесь. Я тут сегодня сказал, чтобы всем, сегодня всем дал возможность писать в чате. Но как-то что-то особо никто не подписывается. Не стесняйтесь, подписывайтесь, не стесняйтесь. Не стесняйтесь. У меня мегафон 4G выше 100 мегабит. Но он выдает, типа, как будто говорят, что там без, ну, не здесь безлимитный, там, ну, и безлимитный и по скорости максимально он будет выдавать. Но тут, тут такое место, наверное, что вышки там не так, чтобы были. За 400 вывезет 4070 Ti. Ну. В Quad HD. Ну, в Quad HD тоже, конечно, хочется чуть побольше. Хотя бы 12600K. Где-то в каких-то уже приложениях будет упираться. Производительность процессора будет недогружен на видеокарте. То есть, при, ну, как бы такое. Если у тебя сейчас уже 12400, то, ну, можешь брать. 4070 Ti бери. 4070 Ti бери, если у тебя уже куплен. 4К, да, 4К, но 4К там уже 4070 Ti для 4К. Так, уже так, с этой звездочкой, да? А так, какой монитор? Если куплен, то покупай 4070 Ti, играй. Если будет там где-то, ну там прям... низкий FPS, у тебя все равно FPS будет нормальный. Вот. Но если будет прям низкий FPS, ну где-то тебя FPS точнее будет не устраивать, то тогда уже подумаешь о том, чтобы апгрейдиться, например, там на 13500 какой-нибудь проц. Будет уже хорошо. Если прямо сейчас подбираешь, то хотя бы 12600K. Бери. Есть два процессора, 12400 и 13500. Вот еврей проснулся, не знаю, какой оставлять. Нет, 13500. Ну, видишь, 13500 довольно дорогой сейчас. Паш, слышь, там сейчас, когда ты запускаешь обновление, там начинает прям... Да, ты скачай лучше драйвера, может быть, через этот вот, через... А? Ну, он, наверное, там, может быть, сама винда начала там обновляться. Скачай, может быть, как-то так. Ты, ну, там пока все остальное подготовь. Так, я вот этот подкидываю сюда. Я срежу эту штуку, чтобы она мне не мешала, не болталась. Вот, вот так вот я вырезаю. А какая цена? Просто ценник на 13500 сейчас невкусный. Так, сам по себе камень интересный, но он просто вещь... А, так, я что-то еще... Я еще... А, смотрите, еще из нюансов по сборке в этот корпус. Здесь, вот если мы ставим блок питания, то у нас вот доступ к этой вот части ограничен становится. Поэтому я что рекомендую сделать? Я рекомендую сначала пробросить... провода, вот которые надо, вот которые в этой части находятся. И после этого уже зафиксировать блок питания. Что у нас в этой части находится? У нас в этой части находится HD аудио. Под звук, да, у нас. Шлейф. И у нас тут еще USB. Можно USB сюда, кстати, тоже воткнуть. Тоже пробросить USB. 2.0, который. Так, 3.0 у нас спереди. Все отлично. Это сюда мы пробросили, остальное уже будем сюда пробрасывать. Так. 4070 в конце весны в магазинах и играх как 3080. Ну, когда выйдут, тогда будем смотреть. Значит, привет, видел тебя в рекомендациях, зашел, прожал лайк и подписался. Спасибо, Тимплейт. Спасибо, ребята, за всем, кто подписывается. Еще раз с праздником. Короче, праздник неоднозначно выходит, но ладно. Все равно кто-то отмечает, кто-то там. Вот.
Ладно, дальше. Дальше. Что еще я хотел вам сказать? У нас тут, кстати, кнопочка LED есть, которая не будет использоваться. Мы ее можем, кстати, повесить, если вы, например, разгоняете, то вы ее можете повесить, например, на кнопочку ClearCMOS, чтобы, если что, не лазить снизу и не сбрасывать заново все это дело, да, не сбрасывать BIOS при вашем разгоне. Так, я сейчас еще тоже провода вот эти вот попробрасываю здесь, чтобы они в видимой зоне не выглядывали. Так, у нас там 8 пин. Сюда пробрасываем провода в оплетки, если походу так тебе полезут там. Вот эти полезет. Мы впихиваем не только это. Впихиваем невпихуемые. Так что все, мы справимся. Я, если что, вам покажу, как это делать. Так. Говорят, 3060 Ti на 8 гигов, это то же самое, что 3050. Что? Что 3050, а вот 3060 на 12 это уже вещь. Но почему 3060 показывает FPS в играх больше, чем 3060? Или ошибаюсь? Короче, я не знаю, кто это говорит. Я порой удивляюсь, как вот тоже вот люди приходят и там, ну, как-то так вот какие-то такие высказывания выдают, которые, ну, вообще как-то логически как-то не связаны. То есть надо смотреть, я так понимаю, что я могу предположить, короче, могу предположить, что вот это вот, типа, 8, вот это вот высказывание про 3050, 3060, 3060 Ti, я могу предположить, что оно связано с объемом, как-то завязано на объем видеопамяти, возможно так. Есть, я до сих пор, вот в 2023 году, я до сих пор встречаю порой людей, которые... считают производительность видеокарты по объему видеопамяти и по шине, да, то есть еще и бывают такие изощренные товарищи, у которых, ну тут шина 128 бит, все, значит, это отстойная видеокарта. 3080 Ti равно 4070 Ti, нет, неправильно. 4070 Ti это почти как 3090 по производительности. Ну, 3090 в работе она там чуть-чуть интересней, если в работе, за счет того, что у него памяти больше, видеопамяти. Именно в работе, именно в рендере, если ты рендеришь через видюху. Тогда да, а так нет, абсолютно не. Ильнур, ты там что-то такое вот выдаешь. По поводу 4070 равно 3080 тут... Ну, пока тоже сложно судить что-то, потому что еще чего, еще нету этих видеокарт. И вот эти вот всякие такие предположения строить, это все такое. Это все неблагодарное дело. Tactical, привет. У 3090 такая не очень удачная карта, потому что там память как раз таки и горячая, и, да, и она с двух сторон, и со второй стороны. А еще, знаете, бывают такие товарищи, которые еще поставят какое-то... Мало того, что она сама по себе горячая, она сзади, вот она вот в этой части расположена у 3090. И она вот здесь она активно как-то хотя бы охлаждается, что-то перепадает, а здесь она просто на пассиве. Она довольно горячая в итоге выходит. А еще если у нас здесь какая-то башня стоит, которая тоже греет, все добавляет температур. Так что да, так что есть такая тема, что не очень. Так, а где мы? Где мои насадочки? Куда они делись все? Нужно ли покупать рамку для процессора 12400? Я вот на 12400 обычно не ставлю. Если тебе не жалко вот этих там, сколько там они, 5 там, ну сколько там, 5 там, 7 долларов, то лишнего не будет. В Украину, нет, я только по Беларуси работаю. Ну и в Украину сейчас вообще, наверное, проблема. В принципе, проблема из Беларуси отправлять. Так что тут
Тут я порой там... Я, кстати... О, кстати, дрейфовщик, ты тут, нет? Дрейфовщик, если ты тут, я добрался до почты. И они вроде сказали, что в Узбекистан... То в Узбекистан вроде можно. Но я, короче, по поводу рамки, я на 12400 я не ставлю. Я обычно, если ставлю, то на вот эти, на какие-то дорогие, на такие, не дорогие, а на горячие процы. Там, где это вот действительно важно. А 12400, даже если там будет чуть-чуть, там деформируется этот, ну, сама поверхность, ничего там страшного, там все равно температуры будут невысокими. Так. Рамку не забудь. Смотрите, что мы делаем дальше. Я заранее пробросил кабель питания. В некоторых блоках, в некоторых корпусах это важно, потому что вы там просто, ну, физически у вас там не будет возможности нормально пролезть. Особенно в том случае, если вы заранее ставите, вот, ставите кулеросы. Да? Суть какая, что есть некоторые типы кулеров, которые... которые лучше и удобнее поставить на открытом стенде, когда, ну, не внутри, когда уже все стоит, а именно на открытом стенде. Это типа какие-то варианты, которые со скобами какими-то там и так далее. То есть это чуть устаревшие такие варианты, но они же все равно периодически используются. То есть это раз, да. Плюс, ну, в этом случае тоже, особенно если у вас вы заранее башню установили, то обычно... Ну, я рекомендую вам сразу же пробросить кабель питания. И даже порой приходится сразу же вот до того, как поставить материнскую плату, надо еще будет заранее еще подключить. А потом уже устанавливать уже с подключенным шлейфом. Потому что бывает просто, что это неудобно. То есть, если здесь башня стоит, то у нас просто неудобно. Если у вас вот такого плана башня, которая прикручивается спокойно потом, да, то, в принципе, не обязательно. Но я по... все равно, как бы там, по привычке все равно все это дело заранее пробрасываю. Дальше, ну вот в нашем случае, видите, я тут еще пробрасывал сюда, но это особенности корпуса, что я пробросил вот эти вот шлейфы. Плюс что мы дальше смотрим? Дальше смотрим, чтобы у нас дистанцирующие стойки в нужных местах были. Смотрите, чтобы вот они совпадали конкретно, и если какая-то стойка вкручена, она лишняя, то выкручиваем. Бывает так, что, например, здесь вкручивает, и тогда у нас может лечь что-то, ну, вот эта стойка где-то вот на вот эту вот, на эту часть, и она может, опять же, здесь могут быть просто контакты банально, которые замкнутся, или можно тут натереть какие-то, ну, снести, короче, тереть какую-то эту дорожку какую-то, повредить. Это такие особенности. Плюс что у нас еще, если у вас какая-то такая не навороченная материнская плата, то не забудьте еще про вот эту вот штуку. Не забудьте про эту штуку. И я еще тоже рекомендую вот эти вот усики вот так вот отгибать. Не усики, а пропуск. Короче, отгибать, чтобы они не легли на контакты. Бывают USB-шные такие тоже с усиками. Иногда, когда кладется этот на USB, залазит, то могут быть как короткое замыкание, материнская плата может уходить в защиту. 3060 Ti Black стоит брать или лучше Gaming X 3060 Ti? Смотря, 3060 Ti Gaming X будет круче, но ты смотри, сколько она стоит. Если она стоит прям намного больше, то я бы, может быть, даже уже рассмотрел вариант не 3060 Ti, а какой-нибудь 3070. Почему? Чтобы не было вопросов и лотереи с памятью. Памятью Hynix. Если мы берем не на DDR. Шестой память. Не, на DDR6X память. Cougar MX330. Хороший корпусяка. Он такой, как по мне, чуть-чуть такой уже немножко староват. Это у которого вентиляторы вот эти вот такие красненькие, да? Это он или нет? У КФА-2 я не слышал про провал памяти. Алло. Да, подойди. Подойди там, пожалуйста, подъехали.
А Корыс, привет. По поводу КФА 2, я не знаю. У нас они редко продаются. Я не знаю, какие там модули. Если там Самсунги чаще, то... Ну, тогда можно. Я вообще не сторонник 3060 Ti брать. Из-за вот этой потенциальной проблемы с Хайниксами. Здесь DDR6X, соответственно, здесь будет уже... Микрон. Так, ну все, короче, мы, помните, разместили все. Я сейчас тут сразу же вот эту вот вертушечку эту сразу же пристроим. И аккуратненько ставим, чтобы смотрим на то, чтобы у нас здесь все ровно стало. Все слоты, и здесь все тоже разместилось нормально по нашим стойкам. Смотрим, перепроверяйте. Это важная такая тема, потому что довольно часто, если вы первый раз собираете, довольно часто получается, ну, вот такие вот ошибки выходят, что люди где-то или не докручивают, в итоге там тоже она где-то здесь может материнская плата провисать, если стойки не докрутили. Или вкручивать не туда, где надо. И может коротнуть. Карты 360 вообще пофигу, какую брать. Не холодные и не быстрые. Ну по поводу вот этого еще я там не договорил, по поводу того, что там 8 гигов, 12 гигов, там, что быстрее и так далее. Надо все равно смотреть на сегодняшний день, вы все равно смотрите на уровень графического чипа. Это то же самое, как, знаете, как вот люди тоже порой смотрят. У меня есть такие комментаторы интересные, которые говорят, что в какой-то сборке, например, у меня сборка там на там, i5 12600, например, да, кей. Где-то сборка и там видеокарта там, например, там 3080 Ti, например, была, да, или там сейчас тут, например, 13600K процессор, 13600K и там 4070 Ti, и я там называю это игровым компьютером, да, и возникает так порой такие вот тоже комментарии, что типа Core i5 и типа игровой, господи, очнись, ты что там. Я говорю, так а какой тогда, какой процессор вы бы посоветовали? Типа, и какой у вас вообще есть? Вот у меня i7-9700F. Вот это типа, вот это игровой процессор. Я такой, ну вот понятно, да, понятно. То есть люди тоже некоторые путают и поколения этих процессоров, что процессоры разные абсолютно, да, по производительности. У нас сейчас 10100F. У нас 10100F показывает производительность выше, чем... Ну, или на уровне... i3 10100F показывает производительность на уровне старого топа 10700. Ой, 7700, точнее, да? Core i7. А 12100 современный уже уделывает прям вообще в слюне. То есть вот такая тема. То же самое с видеокартами есть... У них производительность непосредственно чипа. У него определенное количество есть там вычислительных блоков, куда ядер там и так далее, и так далее. И именно они в основном решают, вот вычисляют задачи, и вот от них в первую очередь зависит производительность. Понятно уже дело, что опосредованно уже при одинаковых, например, чипах, при одинаковых характеристиках, уже тот чип, у которого будет больше памяти, у которого будет более быстрая память, у которого шина будет для того, чтобы обмениваться с этой памятью шире, этот вариант будет более производительный, чем вариант попроще. Но 12-гиговая 3060 напрочь проигрывает
8-гиговый 3060 Ti во всех играх. Здравствуйте, купил Be Quiet Silent Loop 280 для 13700K. Температура 75 в играх, но по тесту вообще молчу, это норм. Ну, 75 в играх это нормально, пойдет для 13700. У меня вышел недавно ролик про Undervolt. Надо, кстати, тоже его добавить. Вот здесь он находится. Это у нас по лайкам, ребята. 118 лайков. А я сделал сколько? 35 пока только, да? Сейчас мы тоже присядем. Так, смотрите, есть ролик вот такой. Вот он вчера вышел, да? Можешь посмотреть, настроить, будет холоднее. Будет холоднее. Для 13700 можешь чуть-чуть выше пи-ядра делать. По поводу того, что ну Pure Loop, ну да, не супер топовая вода, ну пойдет, но если уже есть, если уже куплено. Зачин, привет. Привет, рад тебя видеть. Праздником, ребята, всех с праздником, всех поздравляю. Так, все, у нас тут частично уже готово, сейчас нам осталось попрокидывать остальные провода, подключиться и все. Mesh Fight 2, классный корпус. Вообще, наверное, один из моих любимейших корпусов. Он и удобный по сборке, и он по функционалу очень классный. Плюс еще он вместительный. Он так хорошо в плане совместимости. У меня, кстати, на Mesh Fight 2 есть обзор. На канале. Если он гнать будет сильно, ну почему нет? Нет, 13700K, он в любом случае, даже если в стоке, если его не настроить, то он будет горяч. Он будет горячим. Тут без... Кстати, тут тоже по поводу... По поводу кабельного менеджмента немножко, понятное дело, за счет того, что корпус не глубокий, здесь пространство, ну вот именно здесь пространство поменьше, да, вот здесь вот поменьше, здесь поменьше, но в плане там толщины, ну в плане вот этого места под кабельный менеджмент, здесь 220 миллиметров, короче, 2 сантиметра у нас, то есть нормально, тут все можно, в некоторых местах можно похоронить слоника даже, да. Вы не забывайте, вы говорили, ну вот как будет у меня сборка какая-то на гигабайте, ну на нормальном каком-то более-менее там на Z-чипсете, тогда покажу, да. Плюс там надо, наверное, еще тоже подумать, что есть, наверное, смысл еще и как-то посмотреть на вот эти 13-е поколение вот этих уже non-K процессоров, они скорее всего тоже... Если снимать лимиты, то они будут тоже так, да, горячие, наверное. Призер 3460 это топ-вода для флагманов. Далеко не во все корпуса влезает. Ты уверен, что эта вода тебе нужна? 320-ка такая, да, очень она специфическая. Ну, вообще, в принципе, Liquid Freezer, он такой... Я когда делаю обзоры корпусов каких-то, то я стараюсь как раз-таки примерять именно Liquid Freezer'ы. Потому что если уже Liquid Freezer влез, то тогда, ну, значит, все остальные тоже влезут. Значит, если там наверх, там, или там снизу, там, ну, короче, смотря какие там у нас, какие у вас цели. Вот, а так, она за счет того, что радиаторы более толстые, на 9 миллиметров радиатор толще.
В итоге получается так, что есть ограничения по установке. Даже если заявлено, например, что 360-ка помещается, например, наверх, то не факт, что Liquid Freezer там с вашей материнской платой, например, там с вашими какими-то высокими модулями памяти влезет. Надо все мерить. Надо все мерить. Иначе Unix. Нормально BIOS у Гиги, то ты только не шаришь. Ну там чуть-чуть, ну он просто, он другой. На Гиге чуть-чуть хуже настраивать, конечно. Ну, менее удобный. Не сказать, что там прям совсем все, он там, ну, там жесткач такой, да, то есть, ну, он такой чуть менее удобный. Давайте так назовем. Аккуратненько назовем его чуть менее удобным. Так, у нас будут здесь. Даже, наверное, я вот так вот буду пробрасывать. Чуп оператив, можно вопрос? 1660 супер устарела. Смотря во что ты играешь. Нормальная видюха. Как по мне, нормальная видюха. Всем, понятное дело, что всем хочется там более крутую, уже 40-ю линейку, там все дела. Всем хочется. Но надо же тоже понимать, сколько это все стоит. Если у тебя, например, там, если ты играешь Full HD, то в принципе на 1660 супер ты можешь во все современные игрушки вполне себе нормально поиграть. На каких-то таких адекватных настройках. Ну, то есть где-то поднастроить, где-то чуть-чуть ниже поставить там, там где-то настройки. Но вообще без проблем все можно же подключить и все будет там работать. Ну, я имею в виду, что у тебя вполне все будет живенько работать и все играть с собой. Поэтому, ну, когда посмотришь на стримеров, то все, у всех там сидят, все они сидят там с 40-ыми линейками, 40-90, и уже им там 40-90 мало. Но надо же все равно понимать, что сколько все это стоит. За свои деньги отличная, отличная, отличная видюха. Тем более, если она... Про BIOS Гиги это не автор. Так не, ну я понимаю, что там человек там писал, что у Гиги BIOS там отстой. Ну, многим не нравится, но это, наверное, больше от того, что как бы не... Опыта нету. Так, если полазить, то можно. Там иногда бывают нюансы, что ты там, ну, не слушается. Особенно с Non-K процессорами и B-чипсеты. Вот они... Там ты вроде ставишь, ты там что-то фиксируешь, ты там что-то пытаешься там сделать, а оно не делается. Поэтому тут тоже есть такая тема, не отрицаю. Снизу я поддерживаю вот так вот, чтобы защелкнуть этот питалом. Это. Вот эти сильно там не продавливать. Так карта нормальная. Я говорю, что тут и есть ребята, которым за счастье какой-нибудь там 1050 Ti. Они там до сих пор там сидят на каких-нибудь там 750-х Ti-ках. И в принципе играют. А тут целая 1660 супер. Я бы еще телек 4К купить под это 4090. Не, ну если... Ты как там, ты себя заставь. Поищи. Можно. Найти можно, не проблема. Ну, 160 Гц, правда. Но там герцовка чуть другая. На телеке там чуть другая герцовка. Одно дело игры, другое FPS. Тут, знаете, все почему-то хотят там, чтобы там... Все, знаете, вот большинство... Вот напишите, ребята, вот вы... Какой у вас монитор? Какое у вас разрешение монитора и сколько герц? Вот я... Вот если вы там честно ответите, я более чем уверен, что у большинства будет Full HD, как и 75 Гц. А вот,
Ну, только там, может быть, у более таких, ну, кто недавно только покупал, у них там будет квадожди. Но тогда и видюхи, скорее всего, там у них куплены. Тут немножко срез у нас будет чуть-чуть, наверное, вот такой, ну, чуть больше все равно смещенный, ну, в более толковые варианты, потому что все-таки у меня аудитория такая чуть более интересующаяся компьютерами, то есть они, оно, как правило, эта аудитория, она чаще меняет комплектующие и так далее, чаще меняет комплектующие. Но вот, ну да, вот видите, вот тут как бы ребята такие чуть более. Но большинство людей сидит, вот очень много там таких вот потребителей контента именно на стримах сидит, у которых там просто обычный Full HD монитор, обычный там 75 Гц, и они там типа думают о том, чтобы там покупать какие-то там супер крутые видюхи, хотя на самом деле это, ну, как бы от этого толку там не так много. Вот. И тот же самый 1660 Super вполне себе добротно будет работать. Надо смотреть на ваши возможности. Понятно, что да, монитор — это дело, ну, такое хорошее дело. Если покупается, то лучше брать уже монитор хорошего уровня сразу же, там Quad HD хотя бы, да, то есть в идеале, если играете в игрушки, то там 144, 165 Гц и так далее, это да. Если денег мало, 1660 Super — отличный видик. Ну, просто если сейчас покупать, то понятно, что там, может быть, уже есть смысл там где-то, все зависит от стоимости, есть смысл где-то уже там докинуть там до 20-й линейки хотя бы, да, то есть есть смысл где-то там докинуть, да, там, может быть, там до 3060, например, хотя бы. В идеале, конечно, так, но если с нуля покупать. А так, все равно, вполне себе годный. Все очень годно и так. Так. Сейчас тут, ребята, я тут поколдую немножко сзади этого корпуса. Наверное, тут тоже я хочу, как бы, там тоже вот в эту часть лучше провода эти пробросить. Вентиляторов. Я хочу провода вентиляторов пробросить. У нас там два, по-моему, да? Или один? Два чизфана. Вот кто-то вообще на HD сидит. Да не, я реально видел людей, которые сидели на встройке, ну там на каком-нибудь там 3200G, 3400G, 5600G и играли. Я сам даже у меня дома возле компа, возле телека у меня этот вот, у меня этот тоже мини-комп на 5600G, и я там тоже, в принципе, ну так, одиночки проходил вполне себе, ну такие не сильно свежие, но как там, PC-билдинг симулятор я там проходил и так далее, и так далее. Здесь вот это вот, ну, неудобный такой момент, видите, что надо заранее пробрасывать лейфы в те места, где у нас кабель. Раскроется лишь 1660 Ti при i3 10100, да. Да, если мы говорим про узкое место, узким местом 10100 не будет под этой видюхой. Я раньше как-то давным-давно, когда я был молод и горяч, где-то года два назад, наверное, у меня был стрим, когда я тестил Ryzen 3 3300X. Это плюс-минус, вот они похожи по производительности. Вот этот процессор 3300X
И я, в принципе, я там тестил во всех там современных игрушках, ну, таких популярных. И там везде, и вплоть до 2070 Super тогда были эти видюхи, ну, видюхи, которые, с которыми я тестил. И там нигде процессор не был узким звеном. То есть мы там все мониторинг смотрели и так далее. Кстати, вам интересно были бы такие вот возобновления таких стримов, где мы там играем и смотрим, что... Ну, не играем, а просто именно смотрим, что и как там, как себя ведет железо. Хочу собрать ПК, это сложно. Это... В принципе, это не сложно. Но есть нюансы. Есть везде нюансы. Если это какой-то компьютер такой, ну, когда там такой, ну, вот что-то такое, да, то есть вот такого плана, то, в принципе, он собирается несложно. Да, там, может быть, там кабель менеджмент будет там так, такой себе у тебя, ну, не сильно там красивый, но, в принципе, собрать такое несложно. Привет, Кибер. Значит, в принципе, несложно собрать. Если, ну, посмотришь там пару роликов, посмотришь там что-то еще там, да, где-то на стримах, вот, например, у меня посидишь, где-то если какие-то вопросы будут, то можешь зайти там в наш телеграм-канал, телеграм-чат, и там, если что, даже в процессе сборки ты можешь там как-то вопросы задавать, спрашивать все или там правильно там, или там если в чем-то не уверен, можешь там фотки присылать и спрашивать, тут я тут нормально что делаю или нормально. Тебя там подправят, если что, подскажут. Вот такие, такие уже, такой опыт уже у нас был. Вот, так что можешь этим такими лайфхаками пользоваться. Вот. И что я тебе еще хотел? Минутку, сейчас я тут с этими проводочками. Они такие тут, конечно, когда вот этими шлейфами они идут, не очень удобно. Вот. Но есть, конечно, такие уже более сложные сборки. Там, ну, есть нюанс. Есть нюансы. Я, честно говоря, еще там у меня в планах один такой большой, большой-большой ролик. Прям большой он ролик. Объемный он будет. Из-за того, что он объемный, я его как-то все откладываю, откладываю, откладываю. Вот. Но это надо все сделать. Он, скорее всего, будет крутым. Скорее всего, будет крутым. И вот если ты его посмотришь, то, во всяком случае, там я очень много моментов, касающихся конкретно сборок, нюансов вот этих вот, да, я там как раз очень много проговорю. У меня опыт, в принципе, есть, и я много всего там, знаете, тоже там где-то порой приносят мне компьютеры какие-то, там, на пересборку, там, что-то там, на там модернизации, на ремонт и так далее, и ты реально там порой смотришь, как там люди что-то собирает, и ты думаешь, блин, вот у меня бы вот фантазия порой настолько, у меня настолько фантазии нету, как там люди порой что-нибудь там собирают. А так, если ты смотришь, что это делает, как это все делается, посмотрел там одного, второго, третьего там стримера, посмотрел, как там компоновка, что вот последовательно, ну вот такие вот стримы или такие вот ролики, где подробно собирается, не так, что там типа комплектуха такая, потом там пару подсъемов, как там они процессор вставляют и так далее, а когда вот тут вот пыхтят вот с этими проводочками, пыхтят там что-то такое, вот, вот такие вот стримы надо смотреть, или там ролики такие трушные, Turbo PC, я, Pulse PC. Ну, иногда вот тоже показывают, иногда РХВ показывает вот эти вот сборки такие подробные. Вот. Так что можно собрать. Но если ты там не уверен, или если у тебя так, в принципе, так, знаешь, ответь сам себе, готов ли ты на это все дело потратить, ну, много времени. Первая сборка может быть такая довольно... продолжительное время занять. Ну и спроси, может быть, или если есть какие-то специалисты, которые рядом находятся, может проще им заплатить, чтобы они все тебе сделали сразу же.
нормальным инструментом. Stone Cold, привет. Привет, ребята, ребята, подписывайтесь, подписывайтесь. Давайте немножко меня бустаните, потому что что-то я смотрю, что меня YouTube начал... он Ваню Turbo PC полюбил, а меня разлюбил. И я по этому поводу очень страдаю. Страдаю. Не, я не то, что там типа из-за того, что Ваню полюбил. Ваню пускай, пускай он и меня, и Ваню любит. И, ну, короче, всех стримеров надо, чтобы он любил. Тут предлагал наши трансляции. Мы же тут стараемся для вас. Отвечаем на вопросы безвозмездно. То есть даром. Приседаем тут. Где надо, где не надо. В этом еще корпусе у меня нету такого достаточно опыта. Вторая сборка у меня в этот корпус. Еще чуть-чуть я так плаваю с этим стабильным менеджментом здесь. Какая ваша самая любимая игра? Ой, ну я так, знаете, я на самом деле уже давно ушел из большого спорта. То есть я так как-то особо не... Что-то у меня времени даже нет на это все дело. Я вообще люблю стрелялки. Я вот, наверное, Atomic Heart надо вот будет купить, пройти. Ну так, поиграться. Все-таки, ну какие-то такие игрушки мне нравятся. Значит... Что еще? Ну, короче, стрелялки я люблю. Стрелялки я люблю. Дальше, что я еще люблю? Я люблю пошаговые стратегии. Классика вообще, там, шикарная игрушка. Понятное дело, что я, правда, ее уже не играю, но в свое время очень, очень долго играл, очень много играл в Hearthstone. Там всякие тоже легендарные. Там, кстати, может быть, кому-то, может, могу даже аккаунт, наверное, кому-нибудь продать со всякими легендарными. Правда, он уже такой давно... Не тот. Давно там. Я там не был. Ну, ладно. Короче, ладно, это все фигня. Я даже там бустил, там же какой-то. У меня там был прям задор такой, что я даже бустил эти аккаунты, там, легенды, там, ну, короче, что-то, ну, там. Была, короче, тема такая. Вот. А по поводу того, во что играть. Ну, типа вот пошаговые стратегии, вот мне нравятся. Там типа героев, типа там King's Bounty, вот такого плана. Вот они мне нравятся. Я их проходил. Вот эти вещи. Значит, я их проходил. Дальше. Что еще? Стрелялочки такие какие-то. Вот мне нравится, в принципе, вот эта вот игрушка из таких интересных. Вот мне нравится Borderlands серия вот эта. Она такая какая-то задорная и так легко проходится, легко так как-то так бегается там. Ну вот когда вот у меня есть время, я так иногда вот играю. Сейчас, конечно, как-то так особо... Сейчас меня удивить сложно, ну, вот какими-то игрушками. Ну такими, знаете, так, чтобы она, чтобы игрушка не надоела. Я вроде начинаю там проходить что-то вроде так, вроде ничего, но она мне как-то уже, ну, быстро надоедает. Какие-то стрелялки, потому что все они такие, все равно, ну какие-то друг на дружку похожие. Какой-то хочется новой механики, какой-то сюжеты какие-то, да, более интересные. Вот как раз-таки Atomic Heart, может быть, за счет того, что он вот как раз такой чуть-чуть... Ну, более креативно сделан. Ну, вот так вот визуально, да, вот этот вот новый мир. Мне вообще вот эта вот фантазия, когда вот эти вот интересные такие фантазии, интересные какие-то вот эти миры такие, продуманные миры какие-то, да, с какими-то там такими интересностями. Мне это все, конечно, нравится. И, к сожалению, это не, ну, далеко не всегда у игроделов получается. Интересная, кстати, бодрая игра, она уже староватая, можете посмотреть, если вдруг кто-то не прошел и вот хочется вот как раз вот выходные, да, это как раз выходные хочется потратить на что-то, ну там есть время у вас провести, посмотрите игру Bulletstorm, игровая импотенция, ну может быть, да, то есть уже как-то так, ну просто удивить сложно, да, то есть ты уже
ты, тебе уже там как-то все приелось, тебе как-то вот хочется чего-то новых, каких-то игровых механик новых, каких-то еще чего-то, а оно все такое, ну, то есть ты все это видел, ты начинаешь там играть, вроде неплохо, вроде такая графика симпатичная, вроде так все так, ну, и мир такой ничего, и персонажи ничего, но ты как-то так понимаешь, идешь, что, блин, ну, типа, ну и чего тут, это я видел. Видели сравнение 13400 и 12400, я посмеялся. У кого? У этих? У Play to Heart? Или у кого-то? Нет, 13400 камень будет скоро популярный, но он станет популярным тогда, когда у него цена снизится до адекватной. Сейчас она неадекватная. Так, что там у нас? Я на ютубе ее проходил. Кстати, мне порой даже тоже бывает так, что как-то вот какие-то игрушки, ну, можно глянуть, посмотреть, как там она проходится, но вот самому уже прям лень ставить. Добрый день, Лабомджи, привет. Привет всем, ребята, всем привет. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Всех с праздником. Так, сколько у нас лайков? У нас 145 лайков. Так, давайте, как мы будем делать? Давайте, наверное, я еще там тоже жману немножко, да, чуть-чуть. Я всего 35 лайков отработал. Так, это Мутнор, я на ютубе все проходил, советский киберпанк. Кстати, мне тоже в свое время, например, вот именно антуражем понравился и такой какой-то необычностью понравился этот сталкер. То есть там такая вот именно атмосферность интересная, такая физика, ну, довольно неплохо. Вот, ну, понятно, что это, видите, первый сталкер, это я еще проходил, наверное, у меня было 7950 Galaxy GTX. 7950, по-моему, такое. Хорошего стримчанского, всех защитников Отечества с праздником, хорошего настроения. Диана, спасибо, тебя тоже, с твоих мужчин тоже поздравляю. Если ты, я понимаю, Диана, наверное, ты девушка, всех твоих там мужчин, которые тебя окружают, тоже поздравляю. Спасибо за поздравление. Привет, подскажи, DeepCool PK 600, ты хороший блок питания? Это такой хороший середняк. То есть не надо там от него там ожидать, что это какой-то супер топ. Это хороший бронзовик, такой с нормальной схемотехникой и за адекватные суммы. Альтернативы какие-то примерно в этот же бюджет. Это System Power 9, System Power 10, там 600-ки, 650-ки. Это Chieftec Proton 600 какая-нибудь. Это MVE Bronze. Ну, правда, MVE Bronze сейчас вот тоже уже подорожали они. Значит, и что там? Ну, пайлоны. Ну, то опять же, XPG пайлон хорошие варианты. Спасибо. Привет, спасибо. Смотри, у тебя 8700K. 8700K, на удивление, он пока еще очень хорош. Даже на сегодняшний день он хорош. Это что-то типа... Ну, типа, вот если он еще в разгоне у тебя, то это что-то типа 11400. Ну, где-то вот так. То есть, вполне себе еще годный камень. Можешь, если ты, опять же, если ты планируешь какую-то модернизацию, вот 3070 хорошо. Вот под него 3070 хорошо. Можешь взять даже что-то мощнее. Да, тут будет где-то недогруз, если мы говорим про Full HD какое-то, да, разрешение. В 2К будет уже тоже вполне себе достойно. Вот. Значит,
Ну, то есть 30-70 хорошо, если можешь больше, если можешь 40-70 Ti, возьми 40-70 Ti, да, там будет где-то уже, в, ну, где-то уже будет чуть-чуть упираться производительность в процессор, но ты же, опять же, ты же и процессор, скорее всего, будешь потом как-то менять, возможно. Если здесь сейчас не меняюсь 30-70, если потом, если на перспективу, то уже такое... 40-70 Ti. Или, может быть, там уже дождаться там до 40-70 какой-нибудь, там 40-60, если есть желание. И блока питания 750 Вт хватит на это. И на 40-70 Ti, и на 30-70. Так, давайте сейчас я сделаю жим, и потом нам останется только поставить кулеросы, кулер и видюха. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15. Так, с 15 я за лайки, ребята, приседаю. Ну, короче, вас развлекаю за лайки силовыми трюками разными. Так, 50 я пока отработал. Гантели 17 килограмм. Я не беру больше пока, потому что я худею. Надо чуть-чуть больше. Так, значит, это мы сделали. Сейчас мы сюда пробрасываем вот этот вот питающий. Спасибо еще раз за донат, спасибо за поддержку, ребят. Мой компьютер поставил мои мозги раком. Второй не могу понять, что случилось. Второй день, я так понимаю, народ. VMware 17 вдруг стал выдавать такое окно. На любой ОС выключается. 5 дней все работало, фото в сообществе. Александр, посмотрим. Мы уже позже тогда посмотрим. А что там? Может быть, у тебя там вообще ядра? Может быть, ты обновил BIOS? Ну, у меня такие предположения. VMware, это типа, ну, это получается, ты виртуальную машину какую-то запускаешь. Возможно, ты обновил BIOS, у тебя по умолчанию сбросилась виртуализация. Сегодня дядя Витя дает. Я же уже неделю как работаю за лайки. Отрабатываю ваши лайки. Переплачивать такие деньги ни за что. Мусор лучше 12400 взять или ждать 15 поколения. Ты про что? Так. Да, подорожали как-то такое. Ну, она неплохая, но все равно дорого стоит. За эти деньги уже можно смотреть где-то, может быть, даже, ну, какие-то голдовые решения на платформах таких. Чуть свежее. У меня 1000 подписчиков благодаря вам. Спасибо большое. А, ну да, я там спросил, тогда подписалась, да, парочку. Ну ты делай контент, то так, знаешь. Денис Ден, привет. А то если у тебя там, я смотрю, что так не так часто. Контент. Кстати, мне вот в этом плане молодец этот... Господи, я там забываю. Шамиль мне нравится. Он, ну, он с ДЦП у него, да, у него ДЦП, но он, короче, он пишет роли, пишет текст и озвучивает через эти. Озвучивает через. Ну, вот эти сервисы. Кстати, есть сервисы. Кстати, Шамиль, если ты смотришь. Сервисы есть чуть более такие, которые качественно озвучивают. Возможно, даже есть смысл там, например, там какой-нибудь там, ну там, какие-то купить там какой-то аккаунт, чтобы лучше озвучивали. Почему? Потому что. Или как-то писать, когда ты, Шамиль, если ты. Или как-то писать про то, что у тебя ДЦП, поэтому такой, ну, то есть какую-то такую ремарочку, да. Ну, потому что иногда люди заходят на твой ролик
И типа, и там он озвучивается вот этим роботом, и как-то, ну, для некоторых это непонятно, что типа, а что тут происходит, и что я тут вообще, я тут куда зашел. Ну, это такие пожелания. KC3000 за сколько минут примерно скачается винда? Качается или установится винда? Становится, ну, где-то обычно 5-6 минут. Если чистая винда. С праздником, да, ребята, с праздником. Так, я 15 сделал. Становится, ну, где-то минут 5-7. Давайте битку. Раз. Два. Ставим лайки. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Да, драка обязательно. 9. 10, да? 11. 12. 13. 14. 15. Ух. Так, плюс 15. Я тут веду счет, что я тут. 20 отжиманий, 20, 15 жимов, 15 жимов, по-моему, 15 битки. Да, есть смысл, обязательно. Сейчас вот как-то... Сейчас даже порой на старые какие-то на корчи ставишь. На старые SSD... на старые... Что тут произошло? На старый ноутбук, прям древний ноутбук, которому там 12-15 лет, ставишь SSD-шник, и он как молодой начинает бегать. Ну вот, так что есть смысл. Есть смысл, прям есть. Так, смотрим. Значит, нам осталось, собственно, установить видеокарту. Установить она у нас помещается, да? Помещается. Сегодня как раз спрашивал кто-то, типа, что делать, если там что-то не помещается. Я сейчас тоже расскажу. Здесь, видите, тоже этот вот кулерос, он чуть-чуть смещен от памяти, чтобы у нас была совместимость с высокими модулями памяти, чтобы здесь не попадало, под первый слот не перекрывал. То есть, соответственно, не так мы ставим, а ставим так. И очень важно, опять же, соблюдать, когда вы устанавливаете вентилятор, соблюдать, значит, направление потока. Во многих вентиляторах, видите, здесь вот есть такая стрелочка, куда дует, куда вращается. И, соответственно, нам надо, чтобы вентилятор продувал воздух. Брал отсюда и продувал сюда, отсюда выводил уже. То есть, соответственно, вот таким образом. Из... таких, ну, подсказок, там, где наклейка с техническими данными, это он в ту сторону дует. Можешь помочь, у меня одна проблемка. Пиши, пиши, только пишу лучше так. BIOS не трогал, виртуализация включена. У меня 5 операционок, все работают шикарно. Вчера включил и опа, я в шоке. Ну, проверь с виртуализацией, может быть, попробуй обнови BIOS, может, там что-то случилось такое, и там и заново перенастрой. Или, может быть, какие-то проги, ну, надо посмотреть на твою проблему, потом гляну. Подскажите, Full HD на ультрах или 2К на высоких? 2К, конечно, на высоких. Ультра, порой ультра от высоких отличается совсем там, ну, такими, вообще настолько мизером таким. Лучше 2К на высоких. В ВК можешь посмотреть видео? Я не знаю, как снять охлад М2 без снятия кулера. Ну, если здесь вот смотри, вот у меня тоже вот сейчас будет что? У меня сейчас тоже, когда я установлю вот этот вот кулер, он тоже у нас, ну, где-то перекроет. Вот эту вот часть. И там надо или где-то подлазить, или снимать кулер. Ну, сними кулер. У меня куча роликов о том, как снимать кулер на стрим, на канале. Вы знаете, ребята, вы знаете, как вообще искать информацию на каких-то каналах.
Напишите плюс в чат, если знаете, и минус, если не знаете. Если хотите, или лучше давайте так, это напишите плюсик, если хотите, чтобы я вам рассказал, как искать инфу на канале, конкретно на канале. Если вы вдруг не знаете. Я вас там запутал, да? Я запутал вас, я сам уже запутался, что я вообще у вас спрашивал. Поиск же есть, да, поиск есть, да, в том-то и дело, что поиск есть, но многие даже не знают, что поиски... что поиск есть на канале именно. Ну, то есть не на Ютубе, а и на канале. Сегодня будет стрим гонять будет. Накладываю я MX4. Покупаю такую большую. Большой шприц. Такого шприца, ну, намного хватает, на самом деле, надолго. Где-то, наверное, на сборок 100, наверное. Ну, может, не 100, ладно, не 100, наверное, уже загнул. Ну, даже штук 90, наверное, хватает. Право пролистывать закладки, да-да-да. И там поиск, да, там поиски. Если вас конкретно интересует что-то на моем канале, допустим, вы можете смело спрашивать. Ну, давайте я сейчас вам покажу быстренько. Тогда я буду там вам рассказывать. То есть у меня много, на самом деле, инфы. На разные там, про разные популярные корпуса, про какие-то установки кулеров, про каких-то еще там, да. Щелкаете вот сюда, 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 вот здесь вот у нас появляется, да, поиск. И, соответственно, можете, то есть вам, например, там, ну вот что вам найти? Кто там спрашивал, например, про какой-нибудь, не знаю, там, корпус, допустим, не знаю, там, TC560, допустим. Вводите, и вот здесь будут все сборки про... TC560, да, например. Где там CG560. Смотрим. Ой. А чё так мало? У меня же их больше. Ну, короче, в любом случае, вы там где-то что-то найдете. Или если вы в поиске берете по Ютубу, то можете добавлять сбор КПК. Если вы будете вот что-то, что вас интересует, плюс сборка ПК, то у вас, ну, в большинстве случаев будет мои вот ролики попадутся. Я уже так обучил YouTube, чтобы по этим моментам все проходило. Корпус взять для ATX. Корпус Cougar Dual Face или Cougar MX-330 Air. Лучше взять Cougar Air Face. Cougar Air Face. Он лучше. Привет. Привет. 5840 вода. Выигрок при нагрузке 30%. 70-80 градусов темп. В чем дело может быть? МК-4 нанес. Стало не 80, как бы, а около 75. До этого был кулек Big White Dark Rock 2, на нем было не больше 73 градусов. Думаю, что водой может наш 620 заменить другую воду. Торт, похоже на то, что у тебя, возможно, не настроена помпа. Очень важно быстро отводить от этого процессора тепло. И если помпа стоит на, не на максимуме или на, ну, не на предмаксимальной какой-то скорости, то у тебя могут быть как раз вот такие вот прыжки, такие вот тепловые удары там и так далее. Вот. Так что посмотри, во-первых, ну, с прижимом, я так понимаю, ты, наверное, уже просмотрел, но, в принципе, если оно вот так вот фиксируется на 70-80 градусов, то, в принципе, это нормально. Значит, и, ну, короче, посмотри на то, чтобы у тебя помпа была, работала на максимальных оборотах. Если она шумит прям, ну, вот она такая, она бывает так, что поджуживает, да, вот в этом Castle, может поджуживать немножко на максимальных оборотах. Поставь там, например, я не помню там, сколько там у нее, ну, короче, на 70, ой, на 80, на 90, да, процентов от максимально
на постоянку, чтобы он вращался постоянно, помпа на максимальных оборотах, на, или на предмаксимальных оборотах. Тогда будет вот это вот, он будет максимально прокачиваться вода вот в контуре. Что еще? Прижим проверил ты. И тут, смотри, тут еще по поводу того, что у тебя там был, что у тебя был Dark Rock 2, и Dark Rock 2 у тебя был? Dark Rock 2 был 73 градуса, а эти плохо хуже стал. Dark Rock 2, там надо еще смотреть, какой буст, на какие частоты. Потому что как у AMD процессоры, они работают чуть-чуть по-другому. Они... Если у них есть запас хороший по температуре, то они бустятся выше. То есть у них частоты выше. По мере приближения к 85-90 градусам у них буст снижается, и у тебя может быть под твоим там Dark Rock'ом у тебя могло быть так, что у тебя буст был меньше, а под этой водой стало больше. Посоветуйте, пожалуйста, хорошую плату под 13700K. Если говорить про относительно недорогие варианты, то это MSI Z690. А как отрегулировать погодную Арктику фризера? Короче, выйдет ролик у меня. Я уже сделал почти все. И текст даже написал. Постараюсь на следующей неделе. На следующей неделе постараюсь уже сделать этот ролик. Он такой будет короткий. Ну, небольшой, но там... Я, в принципе, там все рассказал. У меня, ну, если тебе прямо сейчас не втерпешь, если прямо сейчас надо, то я рассказывал про это, ну, так, вкратце, мазками такими, но там, в принципе, довольно вроде так, популярно объяснил. Сейчас я ролик тебе скажу. Сейчас я ролик тебе спрошу. В принципе, там я рассказал. Сибай настолько крутой, что его смотрит Илон Маск. У нас есть кто-то с Илон Маск, с Илоном Маском, ником Илон Маск. Алексей, приветствую. Приветствую, приветствую, ребята. Почему так дорого? Что дорого? Здесь же 3060 Ti на DDR6 памяти. На DDR6X, точнее, памяти. Пакетов. Так, оптимальный макс вариант. Только четырьмя планками советуют одинаковые часы. Так, у нас появился XUDIV корпус Montage. X3 глаз. Что можете сказать? Инфы в Ютубе нет. Ну, надо смотреть хотя бы рендеры, посмотреть хотя бы так визуально. Сейчас давайте я соберу. Буду дорабатывать ваши лайки. Добивать их этими своими физическими упражнения. Как вообще вот это вот? Как вообще это все так красиво назвать? Физкультурными предложениями. Вот. Сейчас посмотрим. Напомни мне, сейчас мы дособерем. И напомни мне, я посмотрю на этот монтаж. Планирую сборку. Так, я тут вроде все. А, по Арктикам. Сейчас скажу. Сейчас по Арктикам скажу. Железо, кстати, дорожает. Дорожает из-за того, что, во-первых... Ну, вот эти все равно санкции. Санкции, что бы там ни говорили, как бы там не хвастались этими всеми делами, все равно они работают. Не работают, они усложняют логистику и так далее. Так что надо тоже это все понимать. Я тогда буду как в самолете, если на Макс поставлю. Он 4.4 Макс, частота стабильна. У меня на самом деле как-то помпы странно подключена. MATV550A русская 2-вот помпа подключена к коннектору, который в левом верхнем углу. Это норм. Чекни сам, пожалуйста, чтобы понять, куда я ВКЛ его может в этом делать. Сейчас пока, сейчас скажу. Спасибо за донат. Физлайки. О, да, физлайки классно звучит. Физлайки классно, да. Я люблю вообще, на самом деле, вот этот вот какой-то
извращаться с языком, так, да? Ну, я имею в виду, не то, что вы подумали, да, то есть, а вот как-то именно какие-то такие словечки придумывать, какие-то такие. Так, значит, я буду в самолете, если на Макс. Нет, так там же помпа, она как раз-таки... Нет, там помпу, если выставить, вот найти вот как раз-таки вот фишку. Фишку найти такую, то, ну, можно нормальный вариант найти... Ну, точнее, нормальная скорость вращения, чтобы эффективно было и при этом акустический комфорт. Ты можешь сам же просто в биосе настраивать и слушать, устраивает тебя или нет. Запарат Вася. Вася? А, вот Илон Маск, привет. Вот ты где. Будем запускать его вместе с тобой на Луну. Так, значит, я так буду, как в самолете. Так, у меня на самом деле Aorus V2. В самом углу. Смотри, там не важно, на самом деле, для этих аорусов, не важно, в какой разъем ты подключаешься, потому что они все двухамперные. Они все двухамперные в этих, ну, тут аорус, ну, допустим, даже если элит посмотрим, да, такую попроще. Если даже не прошку, а элит, например, возьмем. Они все двухамперные, вот эти вот, на Марс желательно, у нас там скучно. Ну вот, да, на Марс можно тогда. Короче, суть такая, смотри. Спецификациям заходим, смотрим у нас на вот эти вот разъемы. У нас есть типа все фаны, предусматривает возможность подключения высокопроизводительных системных вентиляторов и помп жидкостных систем охлаждения. Потому что у них, видите, у них двухамперные разъемы. У них все двухамперные разъемы. Так что не тот, не... Неважно, в какой-то разъем подключил. Они все усилены. То есть ты просто этот разъем настрой. Просто настрой этот разъем. Вот в этом, в этой части у тебя. Посмотри, это, по-моему, SysFan 1 должен быть. Ну вот, стакет заборов. Что ты несешь? Это... Так. Давайте ставим видюху. И сейчас начнем приседать. Отрабатывать физлайки. Не вижу сборки с кулером АК-400 Zero Dark Plus. Неужто кулер плох? Он дорогой. У нас был АК-400, наверное, Zero Dark был в какой-то сборке. У нас он дорогой, поэтому я как-то его и не стал. Zero Dark должен быть. То же самое, что АК-400, только... Только черный. Только весь перекрашенный. Zero Dark. Я, в принципе, АК-400, он прикольный корпус. Ой, точнее, кулер сам прикольный, но он дорогой. Дороговат. Он дороговат. Здесь просто АК-400. А, ну у меня, видишь, есть. Ну вот то же самое. Что... Ой, я не показал. Вот у меня есть установка в АК-400. То есть один в один, только черного цвета. По эффективности он вполне себе такой был. Норм. Здесь у меня что? Просто АК-400 или... Просто... Но я в Zero Dark... Вроде собирал с Zero Dark именно. Может быть, просто не на стриме. Потому что я вроде как помню. Про это. У меня в разгоне, в регионе АК-400 Zero Dark Plus стоит как Gamax 400EX. Ну, лучше тогда, да, его взять. Лучше его взять. Он интереснее. А как помню отдельно. Я пробовал там сразу венты на воде становится сильнее. Я хозяй как помпу делать. Не подскажешь? Сейчас, минуточку. Там тебе надо... Там... Сейчас, минуту. Давай я тут вставлю все это дело. Да.
Опа. Сейчас подскажу минутку. Я сейчас тут одно дело. В вашем ролике про Underworld 13 поколений. Такие же настройки снижения частоты выполнять для 13700K. Да, для 13700K можешь такие же настройки. 13700K может поехать чуть лучше. Можешь выставить, ну попробуй, например, 4.2. Ну вот как там, 5.2, 4.2. И если все устраивает, если температура нормальная, там все, да, нормально, можешь поставить уже там 5.3. Там 5.4 даже, да, но будь готов, что если что, сохраняй настройки между, ну, между своими вот этими итерациями. Плюс, если что, ну, будь готов, что надо будет сбросить BIOS. А так вообще, ну, может поехать и быстрее, и лучше. А по высоте, так. Полчаса назад забрал свою 4070 Ti. Лежит передо мной, сделал себе подарок. Хороший подарок, хороший. 4070 Ti классная карта, мне нравится. Она такая и нетребовательная в плане там блока питания. И при этом такая добротная, быстрая. SSD Apacher, говорили, больше года не проживает, третий год таки новая работа. Ну, у меня эти Апасеры тоже, я их ставлю в такие, ну, когда недорогие варианты, надо использовать, тогда да. У меня плата, B660 Pro 12600KF, не могу подобрать оперу, можете помочь. Это DDR5? Память. По DDR5 или DDR4? DDR4. Если собираешься сам гнать, если готов сам гнать, или там готов там кому-то заплатить за это, можешь рассматривать вот такие варианты. D45, D50. 3600. Вот D45, D50. 3600 CL18. Здесь вот у меня микроны E-DAI, микроны B-DAI. То есть B-DAI одноранковые, E-DAI двуранки попадают вот здесь. Но их вручную надо гнать, потому что ты тут XMP так себе. Ну, не очень хороший. Здесь высоковатый тайминг. Если хочешь просто включить XMP и, ну, чтобы поехало, да, и все. Как вариант вот такой, 3600, 2 по 16, сейчас, минуту, 3600, 2 по 16, 2 по 8, 3666, цель 16. Алло, да. Ну, плохо. Ладно, все, давай. Да. Спасибо. Сейчас, ребята, минуту, меня тут сын порадовал на 23-е. Сейчас скажу, сейчас отвечу. Александр, спасибо за донат. Спасибо, ребята. Так, сейчас я по поводу помпы сейчас расскажу тоже. Сейчас расскажу, ребята. Меня тут еще сын порадовал, говорит, блин. Короче, в школе там что-то, ему одноклассник в итоге планшет разбил. Там они с планшетами ходят вместо учебников, короче.
подарочек на новый, на 23 февраля. Так, значит, давайте по порядку. Я пробовал там сразу вентилятор на помпе основной из ХД, как помпу делать, не подскажешь. Надо найти сейчас. Сейчас, ребята, отвечу. Остальным. Так. Какая у тебя касл, да? У тебя касл? Так, здесь я, наверное, показывал, как настраивать. Нет, тут не показывал. Где я там показывал? Можно на примере, наверное, ЛС-ки 20-й. Я тебе просто, как я тебе покажу. Сейчас, минуту. Смотрим. Где-то у меня была трансляция. Здесь, по-моему, я, да, показывал, как ЛС-ку настраивать, ЛТ-шку. Смотрим тайм-коды. Вот, смотри. Короче, здесь вот тут про помпу я потом где-то. Ну вот, помпа, да? Переключаешь вот этот раздел, у тебя будет систем 1, у тебя будет, и выстраиваешь помпу, например, там на 80 ровный, да, на 80%, допустим, слушаешь, как у тебя, ну, то есть переключаешь DC, например, да, и слушаешь, как у тебя работает на 80%. Ну, не помпа, у тебя систем 1 будет, SysFan 1. То есть неважно. Неважно, SysFan 1. Где-то, ну, короче, поищи вот здесь, просто даже не обязательно, где-то вот на моих именно стримах, у тебя материнка Гигабайт, B550, АО, РУС какой-нибудь, да? Да? Допустим, здесь. И где-то в конце я вот показываю, как я там настраиваю. Обновил BIOS, установил. Где-то вот здесь, вот, 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 смотри. Вот, давай я тебе прямо сейчас. Как раз я попал, хорошо. Вот, помпа. Что у нас тут было за вода? Вода у нас перлуп. Ну, принцип вот тот же. Принцип тот же. Вот, вот как раз на Аурусе, как раз материнка похожая на твою. Вот я сейчас тебе сбрасываю с тайм-кодом. Выбираешь именно ту, которую помпа, где помпа у тебя написана. У тебя будет SysFan 1 сверху. То есть выбираешь разъем SysFan 1 вот здесь вот. Вот здесь вот выбираешь SysFan 1 и его настраиваешь. Так, так как вот тут потом пока. Вот, вот так вот. Вот так вот его настраиваешь, грубо говоря. Давай. Давай, если что, в телегу пиши. Так, ребята, сорямба, тут, да, тут, видите, донат такой чуть длинный. По поводу 13700K, смотрел под нее Asus Prime Z790A. Значит, она в дефиците, очень мало отзывов о ней. Prime Z790A, ну, такое, это недорогое решение, не скажу, что это там какой-то супер топ, супер жир. Обычная материнка. Prime серия... Довольно жадненькая такая, довольно обычная такая, она плохо,
плохо оснащена, поэтому, ну, как-то я их недолюбливаю. При этом стоит она тоже так вполне себе прилично. Поэтому стоит ли ее брать? Вопрос, опять же, вопрос цены. Если она там прям дешево как-то, ну, недорого стоит, тогда окей. Если за те же деньги можно там взять какой-то вариант, например, там 790, там какую-нибудь, не знаю, там томагавк, там торпеда, если хочешь именно 790. $32,000 она точно не стоит. Ну, прям не стоит абсолютно. Вообще не стоит. Не надо ее брать за $32,000. Так, тихие вертушки на самом деле. Здесь есть, видите, такая штука классная. Левик. Пылевик хорошего уровня, нейлоновый. Так, и значит, Александр Блаженов, подскажи, пожалуйста, если я тогда, если есть какие-то варианты, а, так, подожди. Еще вопрос такой, ЛС подойдет для этого проца? Да, ЛС-ка, да, ЛС-ка справляется. Если его, ну, если, ну, проц все равно надо будет настроить, но справляется. 365 DDR Asus за 575 стоит покупать. А, например, 3070 сколько стоит? Ну, вообще ценник вот по белорусским меркам неплохой. Вот если смотреть на то, сколько у нас стоят эти железки, то... неплохо. Так. Значит, по поводу TD500 и 4070 Ti. Надо смотреть, какая длина... Точнее, какая глубина у этого корпуса. Сейчас я посмотрю. И какие возможности по установке кулеров. Зоток. Ну, Зоток 3070, 660. Ну, на этом фоне, если это самая дешевая 3070, то тогда на 575 норм вполне. Ну, а какое исполнение? Дуалка или... Если Tough Gaming, так вообще, да, стоит, можно брать. Смотрим. Значит, какая у нас тут, какие у нас возможности по... У нас, видишь, клиренс 165 мм. Этих 137. 2,5. То есть, видишь, у тебя клиренс не сильно большой. Тебя надо будет прям изгибать этот кабель, переходник. Александр, надо будет перезагибать этот кабель. Ну, в принципе, как-то можно, но вот узковат немножко корпус для этих современных, этих PCI-Express 5.0, этих переходников, 12 VH Power коннекторов. По поводу глубины, сейчас посмотрим, максимальная глубина, ну, 410, это практически, это все влезут, там достаточно будет. Ну, даже если спереди у нас радиатор с вентиляторами, то это минус 50, 36 сантиметров достаточно. Ну, 55, ну, короче, 35 сантиметров достаточно для того, чтобы разместиться. Там практически любая видюха влезет. 4070 Ti. Сейчас вам покажу тогда, как она смотрится, как смотрится комп. Так, вроде я никого там не обидел. Ребята, если я там кого-то там из донатеров там обидел, присылайте еще донаты, говорите, с чем обидел. Ладно, ребят, шучу. Так, значит, давайте мы тогда покажем, что у нас в итоге вышло. Что у нас вышло с компьютером?
как он у нас выглядит. Так, и что? И потом у нас физлайки. И потом у нас физлайки начнутся. Так, что ты тупишь? Слушайся меня. Так. Вот у нас получился такой компьютер. Четыре вертушки комплектные в корпусе. Здесь, кстати, нормально. Видите, здесь расстояние прилично для воздуха, для воды. Можно ставить воду наверх прям смело. Здесь расстояние, я там смотрел, где-то 59 миллиметров. Так что ну, нормально. Тут под воду двухсекционку вполне себе достойно. Ну, места достаточно. У нас здесь видеокарта на GDDR6X памяти. Это 4060 Ti. Вот, ценник, ну да, тоже такой вполне себе нормальный. Значит, по поводу корпуса. Здесь на петлях. На петлях она. Это стекло боковое. Сзади места достаточно для того, чтобы тут все поставить. Чтобы все проложить. Здесь почти 2 сантиметра у нас свободного пространства. Сверху 2 USB. USB 3.0, USB 2.0. Кнопка перезагрузки, кнопка LED не использована. А, сейчас хорошо, сорямба. Ну я выйду. Хорошо, я сейчас выложу. Ну, сброшу тебе тоже инфу. Ну и дождись уже тогда выхода ролика. Надо, короче, мне вот какие-то полезные ролики, наверное, делать. Вот. Ну, вот такой. Можно снизу еще вентиляторы. Здесь два посадочных места есть под вентиляторы. Здесь хорошо, кстати, то, что есть перфорация. У нас в итоге от этого вентилятора тоже задувается воздух. Попадает под видеокарту. Это тоже такой плюсик. Корпус, в принципе, за свои там $55, он вполне себе годный. И мне обычно в этих корпусах, ну, в таких недорогих корпусах, меня всегда беспокоят вентиляторы. И вот здесь вентиляторы трехпиновые, они управляются нормально. Да, у нас тут этот, у нас тут они не, ну, короче, здесь фиксированная подсветка, но, в принципе, как бы все равно вполне себе годно. Во всяком случае, они не громкие. градусов просто. Ну вот, видишь, получается, у тебя там была помпа не настроена. Часто очень тоже такая типовая ошибка, когда по умолчанию оставляют помпу, и она там фигачит, то маленькая, то, ну, то маленькая скорость, то большая, и в итоге не вывозит. Так, по поводу настройки помпы этой. Сейчас скажу. Так, я его включал, показывал же, да, что он стартанул? Или не показал? Наверное, не показал, что он стартанул. Да. Так, дуалка. Ну, дуалка нормалек. Если на DDR6 памяти X, если на X, то окей. Так, что он тут? Зашли мы, да, BIOS. Ну, сейчас будем обновлять мы BIOS. Кстати, была тоже еще одна интересная, забавная история. У меня с этими с такой материнкой одной. Потом расскажу. Измерите на стриме температуру памяти этой видюхи. Я, ну, надо же установить, настроить. Я сделаю завтра, вот когда мы будем сейчас тестить ее, я сделаю завтра подсъем и плюс там, если там будет информация об о температуре памяти через программе можно будет мониторить, то да, сделаю. Плюс у меня есть, ну, я тут особо память, понятное дело, что не замеряю. У меня есть тепловизор. Я там попробую сделать. Сделал ее даже на максимальных оборотах, почти не слышно. Ну вот да, помпы обычно так делают, чтобы они не мешали
на максимальных оборотах. Но иногда бывает, что на максимальных оборотах я там где-то так слышно жужжание, чуть-чуть снижаюсь там до 90%, и оно все нормально. Че, сейчас расчеточнее, я скажу тебе сейчас все. Так, поэтому по компу мы, в принципе, ну, я сейчас Паше отдам, чтобы он начал уже там обновлять BIOS и все остальное, да. Тогда давайте сейчас переключимся. Я поотвечаю на ваши вопросы, параллельно буду тут добивать ваши физлайки. Физлайки будем добивать. Физлайки. Подскажи, у меня завалился башня Залман НПС Перформа. Купил крепление на 1000, башня весит 913 грамм. Не прогнет ли плату? Нет, не прогнет. А бэкплейт же у тебя. Сейчас, ребята, скажу. Сейчас мы. Аж вот еще вот этот пуктер. Этот у нас как себя ведет. Отлично. Хорошо. Вентилятор это настроил-то, да? Хорошо. Там грантос, можешь упаковывать его потихоньку. Кстати, знаете, что еще, ребята? Появились уже такие недорогие у нас продажи. Появились платы вот такие. Такие платы, что мне подмяли. На B650 там, кстати, ну как бы относительно недорогие. Они стоят 200, где-то в районе 200 баксов. Что может все-таки AM5, ну тут все равно, видите, DDR5 память требуется, поэтому такое, все равно платформа дороже будет, чем обычная такая. Так, давайте сейчас отжимаемся и сейчас напишу, я сейчас расскажу про помпу. Сейчас я покажу, где там у меня была про помпу информация. Понял, спасибо, Дмитрий. Так, значит, смотрите, ребятушки, сейчас я вспомню, где я все это делал. Александр Блаженов, спасибо тебе тоже за донат. Так, это стоит 200, вы лайков уже поставили, а я сколько сделал? Я тут сколько сделал? 65. Ладно, сейчас будет физкультура. Значит, так, поехали тогда узнавать, где у нас тут наш. Сейчас я вспомню, где у нас была трансляция, где я показывал про это. Это у нас, по-моему, одна из последних трансляций, где была как раз вода Liquid Freezer. Или на 13.9. Здесь у нас что? СЛТ-шка. Или Twitter показывал. Сейчас вспомним. Сейчас найду. Вот, пожалуйста, корпус энергомерит. И подключается. Работает. Надо найти, короче, где у меня в сборке был Liquid Freezer последний. Я там рассказывал про это. На фоточках видите что-нибудь? Может быть, даже до Нового года даже? А вот, наверное, вот здесь. Вот здесь. По-моему, здесь. Здесь клиент как раз Liquid Freezer его привез. Блин, нет. Так,
Я просто помню, что я так прям красиво все говорил. А, обожди, а что я помню? Это я, наверное, красиво говорил, когда я записывал ролик. Да, я красиво говорил, по-моему, когда я записывал ролик. Блин. Сложно найти сейчас что-нибудь. Вот сюда. Нас тут... Кто-нибудь видит, ребята, где у нас, где у меня Liquid Freezer? СЛТшка. Суть какая? Давай я так сейчас тогда на пальцах объясню. Мой донат был. Угу. Я просто на каком-то стриме точно все это объяснял. Показывал еще такую табличку специальную. Вот я просто на каком-то таком стриме, который я закрыл потом. Ваня, так. Короче, смотри, ладно, давайте я тогда, давайте я так на пальчиках расскажу, хотя у меня тут, по-моему, есть, у меня есть видос, наверное, он здесь остался, давайте покажу вам, немножко инсайда сделаю тогда, Экс. Так, это не то. Короче, там фишка какая? Рассказываю вкратце. В чем фишка. Фишка в том, что все подключается, во-первых, по одной, по помпе, да, по одному разъему. И там, а тут есть поиск какой-нибудь по этой, я тут выкладывал эту. Есть поиск вообще по группе? Нет. Короче, есть фоточка, где я выкладывал, как, наверное, в телеге есть, да? Леги есть фоточка. Где там наша сборка? Риер. Вот график скорости вращения помп. Смотри, вот есть вот эта вот инфа от этого, да? Вот как вращается, как вот все это дело происходит. Берем и смотрим. Нижняя — это как график вращения. Здесь снизу у нас шим-сигнал. Это. Давай мы зло. Сначала дадим ему пока отдохнуть. Потом посмотрим за ним, за его поведением. Значит, смотрите. Вот, это скорость вращения вентилятора в зависимости от шим-сигнала, это скорость вращения помпы в зависимости от шим-сигнала, это скорость вращения этого ВРМа, вентилятора на ВРМе. Значит, соответственно, что мы видим? У нас, если мы график выстраиваем таким образом, чтобы у нас шим-сигнал был от 45% и выше, у нас в этом случае уже помпа будет всегда работать на максимальных оборотах. На своих 2000. А вот эти вентилятор ВРМ и вентиляторы, которые обдувают этот радиатор,
они будут, их скорость будет изменяться в зависимости от того, ну, какой же им сигнал подается. Значит, вот я, если мы хотим, чтобы у нас максимально вращалась, все время максимально вращалась помпа, то надо, соответственно, выстраивать таким образом вот эту кривую, чтобы у нас, чтобы у нас было, ну, шим-сигнал был выше, чем 45%. У нас в этом случае помпа будет всегда работать на максимальных оборотах. Вот таким образом где-то вот выстраиваешь. Шим-сигнал был 45%. Если у тебя помпа при этом в этом случае шумная, то, соответственно, надо, ну, можешь чуть-чуть настраивать ниже. У тебя до 45% шима будет скорость помпы изменяться, а после 45% уже будет молотить на 100%. Ну, надеюсь, я тебе объяснил. То есть вот таким образом, грубо говоря, можешь выстраивать, чтобы у тебя помпа работала все время на 100%. Надеюсь, вам это понятно. А лупа здесь хорошо. Ну вот я, в принципе, в телеге. В телеге, кстати, удобнее. Подписывайтесь на телегу. Так, ребята, ну что, давайте я тогда физлайки сделаю. Лайки тогда сделаю. Если есть вопросы, задавайте. Пока вот, короче, пока я делаю физкультуру за лайки. Такая же сборка, только корпус другой. Ну, сейчас вообще проблема в том, что как-то все, ну, какие-то сборки по сути похожие. Как-то особо железа интересного нету, поэтому так как-то у меня тоже какая-то такая апатия небольшая, что у меня какие-то сборки все однообразные. И комплектуха однообразная. И как-то все это, от этого все как-то немножко печально. Материнская плата B550 Gaming X-V2 стоит брать. Нормальная плата, кстати, вполне себе. 5800X, 5800X3D, 5900X. Да даже на самом деле 5950X она вывозит. Только вольтовый блок питания, ваттовый. Блок питания нужно под 12, под i7-12700 плюс 3060 Ti с учетом апгрейда. Ну, смотря на что ты собираешься апгрейдживать. Вообще под вот такую платформу 170-180 ватт твоя, твой процессор 3060 Ti, там где-то, ну, если там в каком-то разгоне, там, ну, 220, там 240 ватт, это 400 и, ну, там 400-420 плюс там 500, ну, плюс еще там 100, там 120 накидываешь, это вот максимальная нагрузка. Плюс запаса там процентов 20-25, в итоге, ну, какой-то, или, ну, можно даже рассматривать 650-ку какую-то, 700-ку, можно бронзовик брать, можно, ну, вообще за эти деньги, 700-ки бронзовик порой стоит уже так, что проще там чуть-чуть докинуть и взять там какой-нибудь там DQ750ST. То есть, ну, такой золотым сертификатом на CVT-платформе. Нормальный блок питания. Ну, вот, типа такого. Может, стоит поискать новую комплектуху? Ты про что? Это комментарий к чему? К тому, что я жалуюсь, что однообразные сборки? Или что? О, кстати, может быть, знаете, попробовать надо еще одно упражнение. Давайте поприседаем сначала, да? У нас сколько лайков, пацаны? Я, наверное, этой своей физкультурой разгоняю весь этот, весь онлайн разгоняю. 213 лайков у нас. Так а где искать? Где их искать? Где искать эту комплектуху? На складах я ж продаю новое железо. И оно должно быть, соответственно, с гарантией, со всеми делами. То есть должна, соответственно, она как-то продаваться, да? Вот. А так, понятно, что с Китая можно там что-то заказать. Ну, блин. Гарантия. Кому это? Ради контента? 4, 5, 6, 7, 8. Иван, привет. 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 8, 29, 30. С Европой в Беларусь тоже не валит. Так у нас тоже санкции, ребят. У нас тоже проблемы. Это все проблемы оттуда. Все лезут оттуда проблемы. Так что нету такого, чтобы... То есть у нас, в принципе, то, что возилось... То есть до этого всего был нормальный ассортимент. Ну, более-менее нормальный. Сейчас там фрактал дизайн практически нету. Там, ну, короче, какие-то такими окольными путями кое-какие. То есть Mesh Fight 2 нету, то есть каких-то хороших корпусов. Ну, как бы есть вопросики с их наличием. Вот. Что-то заказывать, но это все равно, я говорю, что без гарантии такое себе. Если так посмотреть, оптимальных каких-то связок раз-два я обчелся. Так, что у нас тут? Плюс 30. 215. Давайте я вам еще. Это будет. Камушек будет. Я сам с удовольствием, знаете, какое-то новое железо. Мне интересно с новым железом работать. Ну, видите. А, кстати, знаете что? Мне тут еще... Сейчас, по-моему, надо еще подсобрать одну систему стартануть. Стартануть одну систему. Сейчас, давайте, сейчас тоже что-нибудь... Отожмемся, да? Отожмемся, что у нас тут 216 лайков. Я сделал сколько? 95. Ну, сейчас мы быстренько добьем. Сейчас мы быстренько все это добьем. Посмотри, не перекачайся, потом мышцы будут висеть. Настолько я вряд ли прям перекачаюсь, чтобы они висели. Если это все натурально делать, так не думаю, что... Кстати, еще прикольная тема, может быть, вот еще планочку какую-то поделать. 5, 4, 5, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Это не планочка, конечно, это такая. Такие. Я вот на днях нашел кулер офигенно дешевый, Thermalright SC11. И что он там? У нас Thermalright иногда проходит тоже, покупается. Это типа лоу-профа. А сколько он стоит? Ну да, кстати, хорош. Какая высота у него? То есть теплотрубок. Вентилятор. Вентилятор. 120-ка. Ну да, хорош, хорош. Сколько стоит он? Андерсон, привет. Какая высота у него с вентилятором? Семьдесят пять миллиметров. Это высота. А не, подожди. Это без вентилятора, плюс вентилятор. Ну, получается, то, да, с вентилятором. Ну, кулер ничего, а сколько он стоит просто?
Скажи, пожалуйста, если у меня материнская плата PsiExpress 2.0, будет ли она поддерживать видеокарту PsiExpress 3.0? Да, будут. Если у тебя видюха, например, там 16 линиями, то, в принципе, там особой потери не сильно будет много. Ну, там будет такая в рамках погрешности потери. Все работать будет. Так, давайте отжимаемся. Так, плюс 30. Ну, считается же вот это, как это называется, как это вообще называется упражнение, которое я только что 30 раз сделал. 4500. Ну, немало. Ну, он такой, не сказать, что сильно прям маленький, потому что 10 сантиметров это тоже довольно прилично уже. Но то, что хорошо, что он обдувает зону ВРМ. Хорошо, что... Ну, он, в принципе, технологичный. 6 теплотрубок. Хорош. Хорош. В принципе, да. Ну, как бы, в общем и целом, ничего-то. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. 12. 13. 14. 15. 15, 20, +20, 45, чуть-чуть. Регард 3700. Ну вообще за 50 баксов, ну так нормально, в принципе, ценник вполне себе для меня ITX. Скажется, Thermal Rise или Aero T8. Ну это Chiller Aero, это такой предтоп, ну точнее это же не предтоп, это такой топчик прям. Просто я T8 приставку не помню. Чем T8 отличается? Ну это производительность на уровне Noctua NH-D15. Будут. Мне Thermal Rite вообще нравится. Thermal Rite нравится мне. Вентили. Ну, вентили, охлад. Оптимальный монитор под видюху 2070 супер. О, ребята, вы такие милые. Спасибо, Кикич, спасибо. Здравствуйте. Такой вопрос. Что будет, если поставить мощный блок питания в борт? Просто через знакомого по хорошей цене 1 кВт платину. Потреблять будет максимум 400. Что будет или нормально все? Не, все будет нормально. В платиновые вообще они могут быть. Вообще, если... У тебя будет, если там гибридный режим есть, то с платиновыми вообще у тебя вентилятор там практически не будет вращаться. Ну, будет хорошо, хорошо. То есть ничего страшного нету. Тем более, если там 400-200, ну, нормально. По хорошей цене можно брать. То есть оптимально, если так говорить про схемотехнику, оптимально, конечно, для блоков питания, то есть у блоков питания будет, получается, максимальный КПД, как правило, где-то ближе к середине, ну, от 40 до 60% номинальной мощности, это вот будет, как правило, оптимальный КПД, максимальный КПД, то есть меньше всего он там греется, меньше всего потерь. Но если у тебя там платина за хорошие деньги, бери, бери. Саня, привет. Ох, плохо не будет, не беспокойся. Ариан, спасибо тебе за донат. Спасибо. Праздником, ребята, всех с праздником. Успехов, творчества, спасибо. Сейчас так как-то чуть-чуть у меня какой-то небольшой тильт, но я его побежду. Я его побежду. Все, короче, сделаем мы все. Так, давайте еще присядем. Чуть-чуть, да? 30 раз присядем. Раз, два, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Ребят, вы можете накидывать вопросы. Сейчас вообще, видите, свободная очередь. Можно без донатов, без проблем накидывать вопросы. Так, 10, да, было? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 30. Какая материнка будет лучше для такого просто, как у вас? Та, что у вас, или Steel Legend? А сейчас посмотрим. По-моему, ну, Steel Legend, по идее, должна быть лучше. Плюс 30. Так, что там по лайкам? 222. Нормально. Значит, смотри. У меня есть табличка внизу. По М5. Люди есть. Барс, привет. Привет, привет. Ко всем, связка 12100F плюс 3060. Стоит взять как бюджетную сборку. Да, да, хорошо. А ну, как бы до 12 гигов на самом деле есть смысл докинуть. Если 4К не жалко. Есть смысл. Но в принципе... И так будет тоже норм. Так, смотрим, что у нас. B550, ты хотел вот эту и Steel Legend, да, посмотреть. Это у нас Riptide. Riptide, это Steel Legend. Звук одинаковый. В Riptide, я, кстати, этот киллер, может, какой-то перемаркированный. Wi-Fi одинаковый. Ну, здесь получается чуть-чуть лучше Steel Legend по Питалову. MOSFET-ы похожие, но по Питалову типа на две фазы больше. Остальному плюс-минус. Все. Ну, чуть-чуть оснащенней. Steel Legend чуть-чуть оснащенней. Ну, чуть-чуть там побольше интерфейс. Короче, ну, Riptide. Ой, точнее, Легенд будет лучше. Если кто собирает себе ПК на DDR3, это бэушка только, или бэушка, или ну тоже бэушка, но на этих, на Зионах. Джон Смит, привет. Так, давайте. Мне, кстати, понравилось вот это упражненица. Прессик надо что же чуть-чуть напрягать. Я-то вообще пресс практически не качаю. Потому что знаете, что локального же разжигания нет. Если ты работаешь, например, со штангой, то и так будет, ну, работать, пресс будет работать как такая стабилизация. Как мышца стабилизации. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 3, 4. 6 7 8 9 30. И чтобы увидеть мышцы пресса, что нам надо? Правильно, меньше кушать. Ну так, как бы питаться сбалансированно, лучше так говорить. Меньше кушать не помогает, потому что все равно сорвешься. Надо план питания перестраивать. Так, здравствуйте, нужна помощь. Пролил на механическую клавиатуру сок. Снял кейкап и почистил. В итоге Клава сошла с ума, писала, черт пойми, что. Смотрел в интернете, сказали, что попробовать. Ну, у тебя залито, залипает, короче. Что-то залипает. Хорошо, если залипает, а может быть залито уже даже на какую-то, ну, на саму плату залито. Ну, надо все полностью ее разбирать и вычищать. Снимай, там надо разбирать, снимать вот эту всю, ну, всю эту контактную площадку и полностью хорошенечко хорошенько протирать спиртом, чтобы не было вот этих
Можешь, не знаю, если есть люди, которые занимаются, например, там чисткой этих ноутбуков, вот, ну, после пролива, можешь к ним обратиться. Они там тоже могут обработать, прочистить. Так, плюс 30 у нас, да? Еще. 205 уже. Осталось совсем чуть-чуть мне лайка. Физлайки. Давайте мы тогда уже. Сжиманем что-нибудь. Так, что там есть? Никого не про... Не ну, планку Азу. Ну так на барахолке выставляй. Может быть, кто-то еще и купит. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Двенадцать. Пятнадцать. Шо? Так, плюс 15. 220. Осталось чуть-чуть. Чуть-чуть физлайков осталось. Так. Супер и разный 5500. Может современные игры тянуть, да? Вполне себе. Ну, единственное, что где-то в игрушках надо будет чуть-чуть под настройки где-то снижать. Так вообще все будет хорошо. Только дюймовый монитор оптимален под игрушки и фильмы. 27 или 32. Заранее спасибо. Ну, наверное, 27 под игры. Если про киберспорт, так вообще надо меньше, да? Чтобы у тебя не расфокусировался взгляд, чтобы ты все видел. Ты все видел. Что у меня происходит? Инфу видел. Вот. Ну, для киберспорта вообще 24. Вот. Для такой универсальный, наверное, вариант, это все-таки 27, чтобы ты видел все, ну и он достаточно был большого размера, да, для работы. Для кино, чем больше, тем лучше. Потому что кино же ты не сидишь, не смотришь, ты где-то там лежишь. То есть тут оптимально на сегодняшний день 27, я считаю. И цена адекватная, и... Они, ну, как правило, 27-ки, например, с хорошими скоростями, если ты игровой какой-то вариант рассматриваешь, то там, например, 144, 165 Гц, они будут так по более-менее внятной цене. Ребята, кто вот сейчас вот онлайн... Кто из Беларуси? Напишите вы там из какого города. Кстати, должен... У меня тут, может быть, подписчик один мой подъедет. Не знаю, а что у меня тут? Закончился зарядка. Так, что там по лайкам? Из Беларуси есть кто? Нету никого. Вот, что-то вы накидали лайков, по-моему, да? Больше, чем я. Вот Солигорск. Ура, Влад. А, 220. 236. Я все вижу на 49. Ну, тут опять же, тут есть. Тут вопрос привычки. Многие такие говорят тоже. Ну, мне звонят, например, они там сидят. Люди на этих, на каких-то девятнашках. И там вот, надо уже там монитор менять. Я говорю, берите 27. 27 дюймов, вот как бы универсальный какой-то вариант такой, знаете. И ни большой, ни маленький, и вполне себе такой достойный. Такая, 27, наверное, уже много.
24. Ну, там вроде уговариваешь. Ну, типа, ну ладно, там, ну, не получилось уговорить. Ну, он такой, ну ладно, 24. Потом там как-то звонят. Ну, говорит, ну да, наверное, вот уже хочется. То есть первые, вот когда ты с маленького монитора перелазишь там на 24-ку, такое сначала вау-эффект, что-то, ой, твой такой большой, это классно, это классно. Потом так уже думаешь, блин, типа, а что 27? 27 бы взял, было бы еще круче тогда. Так что-то такое. Слушайте, прислушивайтесь как минимум к мнению специалистов. Ну, так его критически оценивайте. Рэви, привет. В Сибири есть. Ага, Солигорск. Пензенская область. Так, ну тут, да, тут у нас потихонечку онлайн загибается, потому что я что? Потому что я тут приседаю и говорю ни о чем. Может вообще сборка. Заканчиваем стрим, фиксируемся на лайках. И после этого запускаю новый стрим, где я отжимаюсь и отрабатываю эти лайки. Так, наверное, будет правильней. А то он, YouTube бедный, не понимает. Я, может быть, действительно этими своими из нагрузками тут убиваю канал. Как ты думаете? Как вы думаете? Какие мысли у вас? Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 50 распиаренная, надоело. Ну, 3060, видишь, получается, почему ее ставили, потому что не хотели ставить 3060 Ti из-за Хайникса. А здесь у нас уже DDR6X, и в них уже микроны. Уже меньше вероятности, что будут вот какие-то эти вылеты. Вот. Так, плюс 15. Так, я почти лайки все отбил. 235 и у нас 239 лайков. Давайте я себе тоже поставлю. Автолайк же нужен. На самом деле быстро привыкаешь к размену. Да, быстро, да. И уже через недельку хочется еще больше. Да, согласен. И с телеком такая же тема, что вот чем больше ты поставишь, тем лучше. Прямо в моменте. Тут еще фишка в том, что вы должны тоже понимать такую тему, что монитор, там, телевизор, он не берется там на год, там, на полтора. Некоторые тут берут тоже. Вот у меня такая видеокарта. Какой мне монитор брать, например, да, то есть, он там 1660 супер у них, и вот стоит ли мне брать, вот собираюсь менять монитор, и стоит ли мне брать, типа, 2К монитор какой-нибудь. Ну и вот тоже, если этот компьютер будет надолго, тогда понятно, что, ну, можно оставлять, можно не брать 2К. Но, как правило, что? Как правило, монитор служит там по 6, по 7, там, по 10 лет. Лучше взять компьютер-то, железку там поменяете, а монитор он остается на дом. Александр Ермоченко, привет. Привет. Праздником. Потом его поменял на full. А это вы там между собой там что-то, да? Купил 32 домой в 2017. На работу прихожу, там за 4, думаешь, какой маленький. И там квадожди. Бай 20 серия, кроме обычной 20, лучше вашей 3060.
Тем более дешевле и мощнее. Мощнее в плане подогрева, да. Да. Ну так а какие, расскажи, какие нормальные. То есть я сейчас вижу только, например, в продаже 2060 Super я вижу. Брега, тебе тоже. Спасибо. Всех с праздником. Я вижу, что 2060 Super, ну и мы говорим про новые. Давайте мы не будем говорить Рэви сейчас там про какой-то вариант из Алиэкспресса там и так далее, да. Мы говорим про новые. Новое то, что я вижу, 2060 Super продаются вот где-то на рынке, ну, в магазинах. Причем они стоят, не сказать, чтобы дешевле, чем вот эти 3060, но при этом там довольно такие посредственные модели. Вот эти вот политые дуалы, они шумные, горячеватые. И гиги, которые прям реально горячие, которые вообще в идеале андервольтить, причем андервольтнуть так вот, как классические видеокарты, когда мы просто чуть-чуть напряжение снимаем, и у нас, по сути, производительность не меняется, ну, не теряется. Так не получается с этими гигами, там их надо прям андервольтить с потерей производительности, чтобы она была на нормальных температурах и, ну, не ревела. Но это такое мое мнение. В принципе, ты можешь оставаться при своем и покупать. Ну, остальные, какие еще покупать ты собираешься 20-ю серию? То есть, кроме как 2060 Super, новые покупать, но больше остальные нет смысла, потому что какие там, 2080 ты собираешься покупать, 2070 Super, где? Ну, только бэушку разве что. Новые ты такой не купишь. Об этом речь. Что-то мне сломался опять этот. Не пил водки лет 10. Так не надо начинать. Зачем? Зачем проверять, если не... По идее уже все. Закончилась эта эпоха, когда там хочется попробовать что-то. Ну, тем более, 10 лет не пил. Сейчас по возможности, да, 40-я серия как раз интересно. Ну вот 4070 Ti хороша, но вот ценник бы еще снизить. Ну вот еще бы там дешевле, было бы хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 26, 7, 8, 9, 30. Так, ну все. Ну я туда. Видишь, лайки. Один лайк, одно. Там жимы. Толчки и так далее. Плюс 30. Ну, я уже тут перевыполнил план, походу. 35 лайков. Да. Перевыполнил. Мой брата в компе простая 2070 стоит с ужасным охладом. Не слышно шум, не нагревает. Она больше выдает FPS. Не нужно. Ну так ты, блин. Опять же, ты рассуждаешь просто так, да, вот просто в отрыве от стоимости этой видеокарты. Ты точно сравниваешь вот так, как надо. 2070 примерно такая же по производительности, как 3060. Плюс-минус. Где-то чуть-чуть лучше, где-то она чуть ближе к 2070 Super, где-то в каких-то вещах чуть-чуть слабее. Но плюс-минус вот похоже. Паритет примерно. Если мы берем одинаковый процессор, одинаковые, будет вот такая же ситуация. Какой плюс у 3060? Она холоднее. Она менее требовательна к блоку питания. Вот, в принципе. И потом надо смотреть на цену. Если 2070 дешевле, ну так, нормально дешевле, то да.
то тогда, ну, бери 2070. Но 2070 сейчас в продаже ты не найдешь, если мы говорим про новые какие-то, новые с гарантией и так далее. 3060 ты новую с гарантией купишь без проблем. Если ты смотришь на бэушный какой-то 2070, так с такой же, так почему ты смотришь не на бэушный тогда 3060, да, на стоимость бэушной? Люди иногда сравнивают такое. Да вот, зачем ты это вот берешь дорого, типа, если ты можешь на бэу рынке купить там такую же карту. Так ты такую же карту можешь на бэу рынке поискать. Поищи 3060 на бэу рынке. Она, возможно, будет дешевле, чем 2070, 2070 супер. Вот и все, вот об этом речь. Какая самая тихая видюха 3060 Ti? Самая тихая. Тихая. Rockstrix будет тихая. Gaming Z-Trio будет тихая. Возможно, еще какие-нибудь варианты будут, типа какой-нибудь вулкана, если они есть. У вас тоже в магазинах комплектующие под 12-е поколение пропадать стали? Нет, вроде все нормально. У нас пока все нормально. Но цен, ну я не уверен, что, знаешь, типа пофиг на цену. Они просто порой стоят так, как какие-нибудь там 3070 Ti. Что-то такое тоже сильно не так. Так, ну что, ребята, давайте тогда будем заканчивать. Я все лайки отработал. Я еще, наверное, мне нам маловато. Вы мне, кстати, лайков накидали. Я еще тут, вы уйдете, я тут еще чуть-чуть поприседаю, поотжимаюсь. Ну так, чтобы уже не портить. И так тут мне мой канал что-то такое ощущение, что загибается. Вот, сколько оперативы будет в компе? Уже собран комп, Юля. Собран комп. А у нас же мотается стрим, да? Да, мотает. Это уже собрано давно. 16 гигов, внизу в описании к стриму указана комплектация. Здесь вот. Вот конфигурация. 2 по 8. Что произойдет, если я в старый мой комп Proz 2 ядра 4 вставлю 3060 плюс ДП? Ну, он должен завестись, но у тебя какая проблема будет? У тебя проблема будет в том, что у тебя видеокарта не будет догружаться. То есть у тебя узким звеном будет твой процессор и будет в современных играх будет низкий FPS из-за того, что процессор не успевает подготавливать достаточное количество кадров для видеокарты. То есть у тебя будет процессор нагружен на 100%, видеокарта там на 20, на 30, в зависимости от того, как оптимизирована или нет игра. То есть у тебя видеокарта будет не догружена постоянно. И FPS будет ниже из-за слабого процессора. Ну и память и так далее. Ты поставить-то можешь, у тебя... Если у тебя, например, какой-то старая видюха какая-то, да, на которой ты еще до сих пор играешь, то, ну, по уму тебе, конечно, уже надо грейдить платформу. Сейчас недорого можно вот эту платформу грейдануть, какую-то, ну, так, ладно, ребята, все, тогда всех с праздником, отмечайте, смотрите там, следите все равно за своим здоровьем. Спасибо за ваши лайки, за вашу активность, за вашу поддержку. Все, тогда до новых встреч. Завтра у нас, наверное, что-то будет. Тоже будет стрим. Возможно, тоже там чуть пораньше. И в субботу будет грандиозный, наверное, стрим. Большой очень будет стрим с большой сборкой в корпус Lian-Li Dynamic 0.11. И там будет куча вентиляторов Lian-лишних. Там будет, ну, хорошая комплектуха такая, мощная, веселая, интересная. Так что в субботу не пропускайте. Заходите, будет все онлайн, там, наверное, там я приседать уже не буду за лайки, там я буду собирать очень долго этот компуктер. То есть он, наверное, там на часа 4 только сборка будет. Там одни вентиляторы буду крутить, чувствую, очень долго.
Все, ребята, до новых встреч. Спасибо еще раз за ваши донаты, за вашу активность. Пока-пока.